попадает в кадр? Нет, нет, никто не попадает. Здрасте. Здрасте, я сегодня провожу свой вебинар с нашего морского курса. Здороваться я с вами сегодня не буду, а просто сразу начнем наш вебинар. Вы напишите, кто меня слышит, кто меня видит. Софичка, скажи, там меня видно и слышно? О, микрофон. Вот так и видно, и слышно. Я вам зачитаю специально для вас слова, хорошо? Ой, так интересно. Здравствуйте, Андрей Андреевич, доброго времени суток. Привет из Хабаровска. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученики школы Кайлас, ура! Это вам. Здравствуйте, Андрей Андреевич, привет участникам курсов. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Андрей Андреевич, слышно и видно, здравствуйте. Видно и слышно. 10 плюс, видно и слышно, ура. Я сегодня приглашаю вас вместе с нами попробовать провести те занятия, которые сегодня мы будем проводить вместе с участниками морского курса. Сегодняшние занятия вечерние у нас посвящены накоплению энергии, и поэтому вы можете вместе с нами прямо сейчас заняться накоплением энергии в домашних условиях. Сегодня я отвечать на вопросы не буду. Вы можете поучаствовать на вот таком бесплатном вебинаре. Вот и ура. Давайте спросим у участников вебинара, вернее, спросим у участников семинара, который сейчас проходит, нравится ли им море. Ребята, вам нравится море? Да! Вы представляете? Какое большое количество людей красивых и мало мужчин. Видно и слышно, Киев, ура. СПБ, добрый вечер всем ученикам, хочу к вам. Привет из Тбилиси. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начинать. Итак, я взял микрофон, потому что лучше слышно и вам, и мне. И теперь будет понятно, что такое там намха, ха это. Что нужно сделать? Нормально. Все хорошо? Не нравится тебе? Не, не нравится, пусть нету. Кому нравится? Никого не испортит. Да, никого не испортит. Итак, давайте начинать. Итак, продолжать сегодняшний у нас вечерний курс, посвящен тому, чтобы накапливать психическую энергию, которую у нас, которую мы выводили утром. То есть мы занимались утром убиранием психической энергии, убиранием зажимов, а в вечернее время мы будем заниматься накоплением психической энергии. Итак, накопление психической энергии сатвической, и мы начнем именно с того, что начнем дышать по принципу сатва. Чтобы вы понимали, видно буквально вот только-только небольшое количество вот людей. Не нужно, серьезно. Ну, это никому не нужно. Всем и так понятно, я быстренько показал, что вы здесь есть, и там никого особо нет. И вместе со мной начинаем работать. Давайте я все-таки вот так поставлю. Вот так поставлю, чтобы было видно меня. Сейчас я проверю. Я извиняюсь за неудобства, которые есть. Ой, Боже. Кто же придумал эти ноутбуки? Ага, все. Вот так. И начнем работать. Теперь я себя вижу. Ура. Есть обыкновенные ноутбуки, а есть яблочки. Они, наверное, для особо умных, знаете. Вообще, это ужас какой-то. Никогда не думал, что я смогу так путать. Это какой-то ужас. У вас яблочко? Я вам искренне сострадаю. Никогда не думал, что ноутбук может быть таким сложным. Вообще, три кнопочки, это так, пальчиком, это так, оно там так и так. Ужас какой-то. Попробую разобрать. Такой Советского Союза, который должен был стать трактористом, разобраться невозможно. Ну что, давайте продолжать. Итак, снизу ручки поднимаем вверх.
как бы накапливаем нашу сатвическую энергию, делаем вдох и вверх. Еще раз. А те, кто находится на вебинаре там, тоже делают. Останавливаемся и делаем то, что мы должны сделать сегодня вечером. Раз это семинар, который посвящен накоплению энергии, то тогда мы должны его посвятить какому-либо намерению. Итак, давайте проговорим намерение. Я посвящаю сегодняшнее занятие появлению в моей жизни в скором будущем 1 миллиона долларов США. Очень дорогого автомобиля, я не знаю, какого-нибудь Мазерати там, или там Бентли, я не знаю, как вы будете ездить, допустим, по Липецку на Мазерати, наверное, будет стыдно. Что значит, если будет? У вас точно. Роллс-Ройс? Да, он же дорогой, слушай. Не, ну в Липецке есть уже Роллс-Ройс, наверное. Там металлургический комбинат, там, наверное, есть. И золото, и так далее. Итак, посвящение произошло. Итак, вы все сказали, правильно? Я посвящаю сегодняшнее занятие накоплению или там появлению в моей жизни. И теперь эффективность зависит от вас. Будете сильно дышать, будете очень стараться, то тогда это быстро очень произойдет. Представляете, нужно просто этому посвятить. Хорошо? А убиранию заболевания сейчас посвящать нельзя, потому что убирание заболевания – это как бы исчезновение чего-то у вас в жизни. А здесь нужно, если говорить о заболеваниях, то полному оздоровлению. Поняли? Накоплению полного оздоровления. Итак, давайте еще раз. Снизу вверх поднимаем ручки с вдохом и выдохом. Медленнее. Отдыхаем. Когда вы делаете такие движения, что это обозначает? Это обозначает Вот это, чтобы вы понимали, это тантра семи движений. Она так и называется, тантра семи движений. По-другому называется ваджа сатвическая. Что вы делаете? Смотрите, когда у вас руки внизу, и у вас руки направлены вниз, вы фактически символизируете землю. Когда вы делаете первый вдох, вы фактически в землю садите зерно, которое дал Бог в виде вдоха этого. Когда вы плавно поднимаете руки вверх, вы делаете дерево, и вы фактически дерево. После этого, когда вы сделали выдох, появилась темнота, и когда сделали вдох, появилось солнце. И когда вы делаете второе движение вниз, то вы фактически льете воду на это дерево, которое цветет и дает свои плоды. Сливаются два типа энергии. Ваджрарная энергия, энергия сознания или огненного сознания, и сатвическая энергия нашего физического тела. Таким образом, только вот этими движениями и после этого можно найти себе вторую половинку, а также можно стать богатым человеком, а также можно вылечить большинство своих заболеваний, а также можно гармонизировать целиком свою жизнь, а также можно сделать так, чтобы были прощены кармические долги и заболевания, связанные с кармой там, и с какими-то прегрешениями ваших родственников. Из закрытых практик ваджа-сатвическое дыхание. Понятно? И сегодня мы впервые будем выполнять весь цикл вместе. Хорошо? И давайте вместе со мной делаем вдох. И вверх-выдох медленно. И здесь теперь делаем вдох. И выдох. И 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 делаем вдох. 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 Указательным пальцем правой руки обводим себя. Делаем вдох. Раз, два,
3 и делаем выдох. И теперь, когда вы делаете движение рук вверх и вниз, представляете, будто вы находитесь в середине шестиконечной звезды. Это слияние двух энергий, сатвической и ваджарной. Таким образом, если вы будете сейчас со мной так делать, ну, можете где-то вспышками представлять, но это не обязательно удерживать как образ. Хорошо. Если это делать, то тогда мы автоматически рисуем Шри Рам Янтру. Это янтра, которая позволяет и семью обрести, и материальное накопить, и здоровье полечить. Понятно? Удобно очень. И вместе со мной делаем то же самое. Отдыхаем. Ваше тело выпустило большое количество энергии. Теперь эта энергия, она в вашем энергетическом коконе создает затуманивание. Что мы должны сделать? Представляйте, будто вы сидите и смотрите на то, что перед вами, представляя, будто это все потное зеркало. Извиняюсь, наверное, не потное, а как правильно сказать? Запотевшее, вспотевшее зеркало, да? И делаем так. То есть все, что вы видите, это вспотевшее стекло. И берем, представляем, будто у нас в правой стороне тряпочка, делаем вдох, вмакнули тряпочку, и вот так на выдохе вытирайте. И в самый низ. Смотрите на меня. Изображение стало четче. Давайте еще раз. Раз, и теперь. Скажите, изображение четче становится? Ай, класс. Делаем еще раз. И выдох. Еще раз. И еще раз. Давайте еще раз. И... делаем вдох. И выдох. Работаем теперь отдельно с сатвической энергией. Давайте я отвечу. Для просмотра тренировку. Понятно. У меня кружится голова, значит, не нужно продолжать. Со мной можно. Прохожу первую ступень, которую бесплатно раздавали. Вчера поймала волну радости, целый день счастливая ходила. Скажите, какой шум для денег лучше всего приобрести для начала? В связи с тем, что идет занятие, на ваши вопросы далеко отвечать не будет. Это любимая София пишет. Вот так выглядит наша группа, видите? И нам совсем не жарко, потому что у нас там есть два кондиционера. Поэтому нам хорошо, не жарко. В этом году здесь поставили кондиционеры, и мы просто здесь наслаждаемся. Также есть люди, которые сидят под кондиционером, укрываются шубой. Потому что всем жарко, когда им холодно. Вы знаете, в этом помещении обычно нас помещается около... Было такое, когда помещалось больше 100 человек. Вы представляете, мы все здесь помещались. Вас сейчас здесь не более 60 человек. Поэтому, если вам очень холодно в центре, завтра, когда будете садиться, садитесь к окнам. Или садитесь в эту сторону. Можно это все делать. И зачем мучить себя? Я хочу спросить, как вообще бедро? Лучше с бедром? Есть такое понятие, которое называется застолбить. Все, уже сели и дальше не передвигайтесь. Хорошо.
ребята, ну вы же понимаете, хочет человек с одной стороны смотреть, потом хочет с другой стороны смотреть. Ничего страшного. Кто-то хочет быть ближе, кто-то хочет наоборот подальше. Что с этим сделать нельзя? У нас места здесь, к сожалению, чтобы вы понимали, не продавались. То есть, когда вы сюда заходили, здесь не было указано место. Ни номер 27, ни 62. Поэтому, если завтра кто-то сядет на ваше место, это говорит о том, что места не продавались. У нас было продано место в зал. То есть, в зале вы можете присутствовать. Как вы будете присутствовать, где сидеть, это не ко мне, это к организаторам. Даже в случае, если вы напишите «тут сидел я», то это целиком социальная уже такая система, вы между собой там работаете. А если хотите, чтобы я рассадил, то тогда можно отдельно сделать одно место, подписать его, там, приклеить, мы напишем номер ваш, продадим билет отдельно. Но в целом, знаете, чтобы энергии уже… Почему, вот очень правильно сказал, почему все-таки необходимо сидеть на одном и том же месте? Когда вечером или когда днем кто-то работает с вами, то обычно это делается так. Я вспоминаю, кто как сидит, и после этого по этому воспоминанию происходит комплексная работа. А если вы сегодня там сидите, а там завтра там, то вы ухудшаете общую работу того человека, кто с вами работает. Понятно? Это как бы навязанная, вернее, накрученная вами энергия, в которой вы как в кокон садитесь после этого. Поэтому не особо перебегайте, уже сядьте как-то и сидите. Или лежите, или, я не знаю, там, принесите постель. Итак, продолжаем. На вдохе сад, а на выдохе тва. Да. Давайте не будем Дуйко позорить на общем вебинаре. А кушать можно, пока разговор идет? Везет вам, вы идите. Очень-очень хочется кушать. У нас на морском курсе голодуха, мы голодаем. По ночам люди ходят, ловят рыбу, но жалея детей, которые здесь присутствуют, отдают детям, они потом сушат, в надежде через несколько дней съесть. Вообще у нас здесь, мы в Крыму, здесь нету ни света, ни газа, ничего. Вообще очень-очень плохо. Море закрыли, кто-то закрыл, крокодил проглотил. Да? Здрасте, Андрей Андреевич, всем привет из Италии. Здрасте, это Ирина с Крыма. Посмотрите, пожалуйста, почту, хорошо? Ирина с Крыма. С Крыма, как с Крыма, если вас здесь нет? Ну что, давайте продолжать. На вдохе сад, а на выдохе тва. А, для того, чтобы открыть движение энергии, мы начнем сейчас произносить «на» и «нам». Помните, я вчера вам с вами это делал. Вместе со мной давайте позанимаемся. Слышно? Нам да. Смотрим вперед. Отдыхаем. Скажите, вы хотите, чтобы то намерение, которое было поставлено в самом начале, исполнилось? Да. Да? Тогда вам сейчас нужно потрудиться. Смотрите, если вы сейчас постараетесь потрудиться и будете очень активно дышать, стараясь глубоко, не боясь подышать, то тогда будет больше шансов, чтобы это намерение было свершено. А
давай делать это, и вы делаете так. Какой нам на? Лучше сейчас это сделать, чтобы потом можно было уже пожинать плоды. Согласны с этим? Теперь в микрофон скажу то же самое. Смотрите, голос изменяется, когда в микрофоне есть. Обалдеть. Так красивее. И мне 753 лет. Сказала мать. Сказала мать. Твою мать. Сказал отец, тебе придет конец. Понятно. Просто все подразумевают, а это по-настоящему были слова песни, знаете. Просто партия запретила. А так вообще, сказала мать твою мать. Сказал отец, тебе конец. Понятно. Когда придешь, то не приходи вообще, убирайся. Сегодня у нас такой день. Итак, не русские буквы пошли. Привет. Солнечного Кипрус, Лимассол. Ой, класс, Лимассол, супер. Лимассол. Продолжаем. Итак, вместе со мной на вдохе сад, а на выдохе тва. Вместе со мной. Не сильно качайтесь, у кого спина болит. Отдыхаем, поднимаем ручки медленно снизу вверх, делаем вдох и вверх. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Отдыхаем. Сейчас мы делаем дерево. Что дает человеку дерево? Смотрите, дерево – это значит хорошие корни. Хорошие корни – крепкая семья. Согласны? Толщина дерева – это значит ровная жизнь, в которой все налажено. Листва на деревьях говорит о том, что семья, где есть уважение, обретение семейственности, преемственности и всего остального. Что нам не хватает? Солнышко. А солнышко кто? Солнышко – это мужчина, в случае, если это женщина. Или это семья для мужчины, если это мужчина. Поняли, да? То есть это солнышко. Итак, делаем несколько раз еще ваджарные практики вместе со мной. И медленно вверх. И мы деревце-деревце, красивая, толстенькая, секвойя. И теперь сверху вниз. И выдох. И холодок. И делаем еще раз. Деревце-деревце-деревце. И корни наши обширны. И делаем вдох. И сверху представляем солнышко теплое. И делаем вдох. Смотрим вперед. Деревце, деревце. И делаем вдох. И выдох. Еще раз. Вдох. Делаем вдох. Я хочу еще раз сказать. Для тех людей, кто не поднимает руки полностью, в этом ничего страшного. В целом можно практику делать и так. Понятно, да? В этом то, что вы поднимаете, ну, улучшение или ухудшение не происходит. Ее можно делать перед компьютером. То есть это продвинутый тип, да? Так-так. Сам ты дурак. Ну, что это? Главное в этом всем не поднимать глаза вверх, не опускать глаза вниз, а смотреть вперед. Я дерево. Солнышко светит.
Слегка ветки короткие, да? Ничего страшного. Это деревце, которое любит покурить. Понятно. С сигарой, как бы, дерево, рожденное с сигарой. Кубинское дерево. И продолжаем, еще раз делаем сатвическую практику. Она действительно очень уникальна. Вместе со мной делаем вдох и выдох. Делаем вдох. 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 Продолжение практики. Мы берем ладонями вниз и делаем вдох и выдох. Бросаем вверх водичку и после этого опускаем ручки вниз, представляем, солнышко на нас светит. Хорошо? Что это обозначает? Водичка вверх – здоровье. Когда солнышко на нас, то это благословение в виде хороших мозгов и умного, и хорошего ума, который не будет делать так, чтобы совершались ошибки. Поняли? И это выполняется так. Представляем, будто перед нами водичка, и мы ее на выдохе бросаем вверх. Идем так. И теперь как бы солнышко опускаем. И теплое солнышко светит. Еще раз. И теплое солнышко светит на нас. И еще раз. И теплое солнышко. Получается? А приятно становится, скажите. Итак, вы отработали со своим телом, когда солнце и вода проникает, то тогда происходит выделение внутреннего жара, психической энергии. И нужно в это время мыть зеркало, вмакиваем тряпочку, делаем вдох и вытираем. И еще раз. И вытираем. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Скажите, чище становится перед глазами? Как будто прозрение такое происходит. Это говорит о том, что дворники у нас засорены были. Видите, нужно было с дворниками что-то сделать. Очень-очень хороший метод. Если вам в это время очень хочется чесаться, то необходимо это сделать. Причем, если бы вы раньше вы просто, а вот если чешется, прямо почешитесь. Почему? Вы таким образом открываете каналы. Все правильно делаете. Не переживайте, это очень хорошо. Ох ты! Сейчас началось. Если вы очень чешетесь, это говорит о том, что клубники нужно есть меньше. Кстати, сегодня у нас у двух людей, которые здесь, это... Как тебя зовут? Алена. Это у Алены и у Алены. Натальи. У Натальи и у Алены день рождения. Алене исполнилось 19 лет, Наталье 21, 24. От меня в виде подарка я хочу подарить семинар. Вы сегодня смотрели «Эзотерическая гомеопатия», так вот и Наталье, и Алене «Эзотерическая гомеопатия» от меня бесплатно. День семьи? Хорошо, отлично, отлично. В семье самое важное, чтобы все работали в один котел. Сюда приносите. Все в один котел, все в один котел. Поэтому для семьи важно, чтобы деньги были сбережения общие. Вот смотрите, я главный, все сбережения мне. Скоро в Ялту куплю себе новые туфли. Я найду за 1000 долларов, не переживайте. Я знаю, где они продаются. Я их не буду носить, почему стесняюсь. Как Слава говорит, а ну поклонись, не буду, почему стесняюсь.
Самое страшное заключается в том, что туфли, которые стоят 1000 или больше долларов, они устроены так, что сделаны из цельного куска кожи, а сверху просто шнуровка. Но мы, как люди, которые жившие в Советском Союзе, их носить не можем. Знаете почему? Особенно кто деревенский. Они похожи на калоши. Я когда одеваю такие туфли, вот раньше я такие носил, когда на них смотрю, все время неприятно становится. Как будто я иду в сарай, какашки коровам. И после этого думаю, нет, фу, не буду носить. И ноги потеют, и они неудобные, знаете, зато из цельного куска кожи. Неудобные, они мягкие, они там внизу кожа хорошая и так далее. Но они не... ножки как копытца становятся. Отдохнули, продолжаем, делаем еще раз сад на вдохе и два на выдохе. Отдыхаем. У нас когда-то была такая история. Открыли ряд магазинов на втором этаже в торговом центре. И эти магазины, они торговали очень дорогой брендовой, итальянской, испанской, я не знаю, какой там, американской одеждой. Очень-очень дорогой. То есть это выглядело так. Это выглядело сумочка там 1000 долларов, обувь там 2000 долларов, пальтишка там 8000 долларов, 3000 долларов. Какая-то еще тряпочка там на шейку, 1500 долларов, японские какие-то там и так далее. И нужно было сделать презентацию торгового центра, и у одного из людей, который занимается маркетингом, пришла идея. Он говорит, давайте возьмем в каждом магазине самую дорогую вещь и оденем этой дорогой вещью самую красивую женщину, которую наймем в рекламной... в рекламном агентстве. Выбрали очень красивую девушку. После этого прошлись по всем этим магазинам и взяли самую дорогую вещь. Самые дорогие очки одели на нее, самую дорогую тряпочку, самые дорогие туфли одели, самую дорогую сумочку и так далее. На это невозможно было смотреть. И это был ужас вообще. Бабушка 50-х годов, знаете. Оно получилось так. Все шерстяное какое-то, серенькое. Вместо туфлей какие-то чуни, знаете, с сумкой какой-то невероятно гадкой, очки круглые какие-то, ужас, на это все смотрел, говорю, это все самое дорогое, да, о-о-о. Было совершенно некрасиво, представляете. Ну, красоту ничем не испортит. А? А парочку что? Давайте, давайте выключим. Теплее сделать. Ой, кто так поставил? Сколько? О боже, кто это поставил? Надо срочно выключить. А что ж вы молчите? Ужас. Вы что мне людей позамораживали все? Кто это включил? Ужас. Вот здесь не должно быть ниже 25, поняли? Ай-яй-яй-яй-яй. Но никто не заболеет. Сегодня в честь дня рождения... В чай вечерний добавлю небольшое количество виски. Чай у нас есть не хватит. И сладость. И сладость. И сладость. А, человек пишет, меня затошнило. Это нормально, ничего в этом страшного. Видите, это условия работы со мной. Никому же неплохо, видите? А люди настолько слабые, просто начиная выполнять практики, такие вот начинаются состояния. А почему тошнит? Токсины идут в середину, помните, я говорил, и начинают идти активно просто, желчь выходит и так далее. А у вас нет, видите, значит, вы энергетически сильные уже становитесь. Продолжаем делать медитативные практики, делаем вдох, поднимаем ручки вверх. И мы деремся, делаем вдох, и солнышко, и еще раз, и деремся, и вдох. Еще раз. Делаем вдох. Молодцы. Еще раз.
плечиками шевелим. Вытираем теперь поверхность нашего зеркала, делаем вдох и вытираем перед глазами вспотевшее или запотевшее зеркало. Оно чище становится. И теперь в этом зеркале создаем поток жидкости. Каким образом? Мы делаем вперед ручками и делаем на выдохе выдох, увеличиваем поток жизненной энергии. Фактически это прообраз появления в моей жизни большого количества всевозможных новых людей и новых событий. Понятно? И вместе со мной. Отдыхаем. Теперь мы можем поработать с органами. Кладем ладошки, ставим ладошки возле нашей печени. На вдохе произносим чин, а на выдохе чи. Хорошо? Таким образом мы продышим нашу печеночку сегодня вечером. Показываю. И на выдохе. Не торопясь. Отдыхаем. Что должно появиться? Должна появиться злость, когда работаем с печенью. Если она не появляется, давайте разозлимся. Ах, это Галина Ананьевна. Ах, этот повар никому ничего не дает. Этот Дуйко забрал деньги и обещал поселить в хорошие номера, поселить плохие. Это море холодное. Вы так смеетесь, как будто у вас хорошее настроение. Ну, возьмите себя в руки. Возьмите себя в руки. Вы мужик, у вас плохое настроение. Однозначно. Делать движение типичное для однозначного. Однозначно. Однозначно. Кокаин закончится, однозначно. Все однозначно, подлецы, однозначно. Сейчас, секунду. Ага, однозначно. Попробуйте повторять его движение. Это ужас какой-то. Как можно быть таким дерганным? Вообще ужас. Туберкулез. Скажите, раздражает? Однозначно раздражает. Итак, если раздражает, руку вверх правую ставим, делаем вдох и выдох. Делаем вдох и выдох. Я сейчас вас подогрею. И другой рукой. И сразу же у нас зрение чуть-чуть замутнилось. Берем тряпочку и вытираем. И еще раз. А теперь, глядя в зеркало, произносим: пусть зеркало замутнится моими самыми тяжелыми болезнями, которые у меня есть. И представляем, будто зеркало грязное-грязное. Прям, знаете, как выдавливают прыщи из носа, и зеркало вытирают. Да ладно, фу. Или там в ухе зеркало можно. Это жизнь холостого мужчины. Заходишь, а там обскрябано, чтобы одним глазом посмотреть. Почему? Все остальное выдавленные прыщи из уха сера. И напоминание. Ну что ж ты, ну, не так, сидишь, и тут хорошая мысль. Что ж теперь делать? На бумажке записал и прилепил. Что, вам противно?
Итак, самые плохие заболевания, которые есть у человека, которые вы болеете, возможно, проявитесь. Не представляем, будто зеркало очень грязное перед вами. Берем тряпочку и начинаем мыть. И еще раз. Молодцы. Получается. Еще раз. Теперь делаем так. Все абсолютно существующие проклятия рода проявитесь в виде грязного зеркала. Идуйте вот так вперед. И представляем, будто зеркало вспотело. Берем тряпочку чистую и моем. И еще раз. Скажите, перед глазами чище становятся? Вверх ручки и вниз теперь. Теперь снизу ручки и вверх. Ручки вперед и назад. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Давайте кто-нибудь попробует разозлить вас. Специально. Я знаю, чем можно разозлить. Галина Ананьевна уже не вставляет. Скажите, есть ощущение, как будто глазкам легче? Хочется еще раз сделать, Галина, да? Давайте сделаем. Давайте сделаем. И еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Молодцы. Ручки вперед, делаем вдох. Отдыхаем. Естественно, это за один раз не делается, оно тут же все загрязняется, ничего в этом страшного нет. Теперь второй звук, это звук хум на вдохе и ху на выдохе. Ручки ложим. А, кстати, это же у наших девочек день рождения. Давайте все вместе их поздравим. Крикнем очень громко «С днем рождения!» Три раза, да? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Кто еще бы вас вот так поздравлял, громко кричал, да? Потом, когда закончится у нас все, мы еще хоровод вокруг вас поводим. Как на Алены на именины испекли мы корабль. Вот такой вершины, вот такой ширин. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Опа! А у меня есть уже кого выбирать, знаете. Да? Хвостик засох. Хвостик засох на все остальное. Мужчина как арбуз. Живот растет, а хвостик сохнет. Все вспомнили историю жизни. Да? Я думаю, что вас это раздражает. Ура! Давайте теперь сделаем вот так движение руками вместе со мной. И перед собой. И от себя вот так, как я вас учил. Раз. И еще раз. Левой теперь. И от себя. Сосед. Да? Отдыхаем, отдыхаем. Ой, вас очень много людей поздравляет. У нас сейчас находится здесь. Сейчас я посмотрю, сколько людей находится. Постараюсь посмотреть. Ого! Ого! 1622 зрителя.
Поэтому вас еще 1622 человека поздравляют. Да. Обалдеть. Спасибо. Обалдеть. Желаем вам, чтобы у вас на протяжении 3 лет не получится. У вас еще ж пока нет своего 1 миллиона. Давайте правильное вам пожелать. Пусть у вас на протяжении 6 лет появится свой персональный 1 миллион долларов, заработанный персонально вами. Помните, я говорил, есть правило зарабатывания 1 миллиона. 1 миллион человек зарабатывает 5-6 лет. 2 миллиона 3 года, а уже 3 миллиона 1,5 года. Понятно? Поэтому, если вы хотите заработать 1 миллион, то вам нужно ставить программу, где вы миллионер аж целых 6 лет. Представляете, без остановки, ежедневно. Каждое утро встали и говорите, что, я еще не миллионер? Эх, скоро буду. Поехали. Очень хорошее правило есть, которое звучит так. Ребята, никогда не будьте удовлетворены тем, что вас удовлетворяет. Стремитесь всегда немножечко к большему. Серьезно, это особенность нашей жизни. Не удовлетворяйтесь. Удовлетвориться – это значит умереть. Таким образом, как бы вы ни были удовлетворены, говорите, я хочу еще больше. Понятно? Таким образом, у вас будет происходить мотивация и будет стимул дальнейшего экономического, духовного, физического, я не знаю, еще какого-то роста. Понятно? Никогда. Вот у меня бригада из 5 человек. Я не удовлетворен, потому что теперь я хочу, чтобы их было 10. У них работы там на 1 месяц, и мне хватает 10 тысяч долларов. Да отлично, но не удовлетворен. Я хочу, чтобы теперь было на 20 тысяч долларов, я буду над этим работать. Потом на 20 появилось, и говорите, я этим не удовлетворен. Это, конечно, хорошо, но теперь нужно стремиться к 40. Поняли, да? Потому что почему-то очень часто человек стремится, а потом получилось заработать. Он выходит на режим там 2000 долларов в месяц и говорит, я полностью удовлетворен, зачем мне еще? Нет, там где 2000, старайтесь, чтобы было 4. Там где 4, старайтесь, чтобы 8. Там где 8, старайтесь, чтобы 16. Там где 16... А, все, ладно. Андрей Андреевич, я получу деньги, вложенные в спешке в покраску квартиры. Отлично. Я думаю, что бизнес, который связан со сдачей в аренду недвижимости, он сейчас не очень эффективен. Получается, деньги вкладываются большие, а эффективность этого бизнеса небольшая. А убиваемость бизнеса большая, кстати. Поэтому, если вы хотите, я вас могу научить правильно зарабатывать деньги. Я завтра постараюсь, не завтра, а послезавтра, после обеда в воскресенье хороший, плохой день, вернее, и дождь, а он, скорее всего, будет, я сегодня смотрел гидрометцентр. И тогда в обед попробуем провести вот такой семинар, сядем, и я попробую ответить на основные ключевые вопросы, как начать, с чего зарабатывать, вообще на чем можно. Это же интересно. И продолжаем дышать с левой стороны на уровне нашей селезенки, на уровне нашего желудка. И на вдохе хум, а на выдохе ху. Имей со мной. Не торопитесь. Не торопитесь. Я должен дать объяснение. Подождите, смотрите. Когда вы дышите в обыкновенной жизни, вы дышите вот так. Поняли? Вы вот так дышите, глубоко. Если вы будете делать вот такие упражнения, то старайтесь, чтобы вот это упражнение целиком совпадало с естественным вашим дыханием, в вашем естественном успокоенном ритме. Поняли? Иначе ничего не происходит. Вы иначе немножечко разрываете энергию вашего органа, и это не совсем хорошо. То есть вот я дышу так, я вам сейчас покажу.
Поняли, да? Вот приблизительно в этом ритме и нужно работать. А когда мы увеличиваем, то это мы, скорее всего, работаем в состоянии возбуждения. Здесь гораздо важнее спокойно, но глубоко, чем быстро и поверхностно. Поняли, да? И давайте вместе со мной. Отдыхаем. Смотрите, какая получилась разница. Сразу успокоила. Сразу успокоила, согласны? Смотрите, так возбуждала, а так успокоила. Даже голова закружилась, приятно стало. Почему? А органу это и требуется. Мы же его очищаем. Еще раз делаем. Отдыхаем. Он не выключен? О, наконец-то ты выключился. Уже не было сил прямо. Вот. Андрей Андреевич, у меня поправился зрение к концу года. Слушаю шум для зрения. Слушайте, поправится, конечно. Девчонки, поздравляем вас с днем рождения. Класс, у вас сегодня, у меня завтра. Кто-то из Одессы. Андрей Андреевич, уже несколько раз пытаюсь шум купить, и не получается, как быть. Что думаете, я их продаю? Вот скажите, вы здесь видели, чтобы я шумы продавал? Вообще видели, чтобы я что-то продавал? Смотрите, даже здесь, на морском курсе, этим занимаюсь не я. Вы что думаете, я дома этим занимаюсь? Это вопрос не ко мне, я это создаю, а продаю не я. А деньги получаю я. Это такая особенность. Я создал и хочу денег. А кто продает, я не знаю. Понятно? У нас продает там вот там, помогает мне продавать. Ну, не помогает, а работает вместе со мной. Это София, Оксана, Светлана. Светлана – организатор морского курса. Вы понимаете, не я организовываю. Вы что думаете, я отвечал кому-нибудь? Я даже не знал, кто поедет. Вы представляете, когда приехал, я последний день подошел к Светлане, говорю, Света, мы вообще набрали морской курс, что мы сюда приехали? Говорю, все нормально, все нормально. Понятно? То есть не было такого, чтобы я там вот нырял в это все, этим занимался. Некогда еще об этом думать вообще. Не хватает всего. Кстати, нога перестала болеть? Не проходит. Ага. Потом подойдете, я помогу. Но до завтра обещаюсь. Ну что, продолжим. Конечно, кто-то заморозил вас. Ну что, продолжим, да. Итак, следующий звук, это у нас печень, селезенка, а теперь мы должны идти к почкам. Прикасаемся к нашему пупку, не прикасаемся к почкам и начинаем работать. С выдохом произносим на вдохе чум, на выдохе чу. Вместе со мной. Медленно. Медленней. Yeah.
отдыхаем. Существует ли практика избавления человека от паразита? Существует. Человек должен представлять, будто он втягивает воздух, как будто он пьет воздух, который горький. Понятно? Горечь. То есть он получает горечь. Вот смотрите, если я втягиваю воздух в живот, то я представляю, что полный живот у меня горечи, горечи, горько, как будто там в животе полынь. И после этого выдыхаю. Делать это необходимо только перед сном. Вот сейчас, вот в это время, делать этого нельзя. Объясню почему. Если вы сейчас это сделаете вместе со мной, допустим, то после этого у вас будет горечь и разочарование с деньгами. А перед самым сном это сделать можно. Сколько раз? Вот спать ложитесь и... Горечь, горечь, горечь. Горечь, горечь, горечь. Горечь, горечь, горечь. И легли спать. Понятно? Вот если вы так будете ложиться спать, представляя горечь, то у вас глистов никаких не будет. Ничего так не помогает, как, между прочим, существующая данная практика. Дальше метод проглатывания водички. Существует специальный метод омоложения. Он работает невероятно. Он называется питье воздуха. Или по-другому птиаль. Или по-другому еще там сладкий или питье сладкого воздуха. Как это происходит? Когда у человека энергетический кокон целиком очищен, и этот энергетический кокон прозрачный, ну вот то, что мы сделали, видите, то во время втягивания воздуха через губы у него должно появиться ощущение, будто он во рту ощущает привкус сладкого. Если этот привкус сладкого есть, то можно подождать и проглотить. Вы можете мне не поверить, но если вы утром будете вставать и делать втягивание воздуха, если у вас появится сладкое во рту, плюните в воду и умоетесь этой водой, то это будет очень ярко и быстро омолаживать ваше лицо. Очень. А если этой водой помыть волосы, то омолаживать волосы. Если на тело, то омолаживать тело. Почему? Даже тысячная грамма вот такой слюны омолаживает. Только в случае, если вы ощутили привкус сладкого на языке. Давайте попробуем сегодня выполнить данную практику. Я считаю ее одной из самых лучших существующих на Земле. Данный метод – это метод, который был описан Шива-тантре, объяснение Шиве своей жене Правати, дыхание, при котором человек должен пить воздух. И очень часто йоги начинают выполнять практику, заглатывая воздух, считая, что это правильно. На самом деле он объяснял совершенно другое. Он объяснял, что в случае, если человек втягивает через губы сложенной трубкой воздух, то появляется привкус сладкого. Это называется привкус меда или привкус молодости. Поняли, да? Если его глотать иногда, этот воздух или эту слюну, то человек получает пилюлю здоровья. Попробуем. Ура. И вместе со мной. Теперь ротик закрыли, ждем, ждем, ждем и выдыхаем. И еще раз. Когда втягиваете, есть привкус немножко сладкого? Скажите, поднимите руки, у кого есть? А у кого нет, поднимите. Вот у кого нет, вдыхайте медленнее, а также языком шевелите немножко, поняли? Итак, отдохнули. И еще раз. Скажите, у кого не появлялось и теперь появилось? Появилось? О, отлично. И делаем выдох. А теперь вот посидите. Вот теперь, после того, когда вы сделали, есть во рту привкус немножко сладкого. Появился, да? Даже в случае, если во время практики у вас не появляется, если после появилось, то это правильно. Вот эту слюну нужно проглотить. На людях не мыться. Помните, я что сказал? Нужно плюнуть, но тем, что плюнули, не умываться. Нужно плюнуть в воду, расколотить и этой водой умыться. Понятно, да? Говорят, плевок дьявола. Почему так говорят? Потому что если плюнуть, это как поставить печать. Раньше делали так, и печать, и руки друг другу пожали, поняли? После этого, если кто-то нарушил закон, то Бог подписывается. Помните, я говорил, что есть такой обряд, когда можно убрать испуг. Испугать человека и плюнуть ему в левую ладошку. После этого человек моет эту левую ладошку, а вы фактически
фактически заключили перемирие с его испугом. И как это делается? Хотите, расскажу? Я делаю так. После этого мысленно произношу, заключаю договор между этим заболеванием там, на отпускание. И после этого пожимаю руки, беру руку человеку и туда плюю. После этого, если помоет человек ручку или вытрет на что-то, то это не имеет значения. Таким образом, болячка в виде испуга исчезает. Проверено вообще, проверено. Если это взрослый человек, старше 40, то его нужно еще и нагнуть и ударить по 7-му шейному позвонку. Да, ну это такая штука. Хорошо, Андрей, когда люди пьют, считают, деньги пьют, это уже просто ничего не будет, да? А? Когда деньги считают и плюют на руку, то тогда легче считать. Раз, два, да. А так, если плюют, там ничего не происходит. Деньги – это бумага. А вибрация, которая притягивает деньги, это вибрация, которая создается в нас в тот момент, когда мы думаем о деньгах, смотрим на них или даже их считаем. Вот если вы испытываете состояние... Я со стороны зрителей онлайн чуть-чуть. Солнце. Такая красивая. Не видно солнца? Ой, какая она красивая. Представляете, с самого начала, когда начал с ней встречаться, у меня начал появляться мозговой парез. Если есть врачи, я могу объяснить, что это такое. Когда подходит, у меня на 2-3 секунды онемевание в мозгах. То есть ни одной мысли. И вот это постоянно, вот сколько лет уже прошло, что вместе, знаете, вот она подошла, отошла, у меня в голове пустота, ничего. Знаете, как она мне умудряется обнулять, это невероятно. Это свойство какое-то, оно невероятное, знаете. Прям вот так раз и все, и ни одной мысли. Вот я домой прихожу такой, после этого, все. 2 минуты посидели, и там вот как бы не было, вот как бы не было плохо в голове, как бы не был чем-то расстроен и так далее, вот подхожу там, и у меня так все отключает. Так удобно, я говорю, вообще, вот удовольствие. Невероятно. Соня, спасибо. Андрей Андреевич, получится ли у меня купить квартиру, где задумала? Спасибо. Как вы думаете, у нее получится купить квартиру, где задумала? Скоро. Если будет говорить скоро, конечно, знаете, как в этом фильме «Собачье сердце», когда что будет самое хорошее в моей жизни? Скоро будет, да. В этом году она задала вопрос. Или... когда получится, в этом году не получится. Нужно все, камера сдвинуть и... Понял? Солнце золотышко, солнце светит, ура, солнце греет, солнце вообще... Солнце – это атомная энергия. Продолжаем заниматься. Ху на вдохе, ху на выдохе. Ага, переходим сейчас к фу. Итак, нашему животику, на вдохе фум, на выдохе фу. Вместе со мной медленно. И на вдохе. И на выдохе. Теперь мы должны испугаться, или нам должно быть страшно чего-либо. Скажите, кто боится в группе что-либо сказать на людях или на людях выступать?
А можете поднять руку? Есть ли такие? Да? Да ладно. Вы боитесь сказать? Как тебя зовут? Скажи что-нибудь. Знаешь песню «Издалека долго»? Иди сюда. Алло, найди. Когда-то ж нужно через себя перешагнуть? Нет, где на камеру не снимаю? Вот здесь, вот там. Боже, это же, боже, молодец, становись, смотри, они все смотрят на тебя. Ну, это не уходи. Заметки споем. Давай, не споем. Сказал. А что тут сказала? Нет, только поем, поем. Мне тоже, как у тебя, слуха нет. Сказала мать, бывай. А ты по танцам. Какой-нибудь стишок. Не знаешь. А какой? Только припев. Хорошо. Итак, смотрите. Нужно привыкнуть и сказать, что сколько бы людей ни было, не страшно. А как это убрать? Я тебе сейчас научу это делать. Посмотри на людей и вместе со мной руку вверх и делаешь так. И вот так перед собой. И другой рукой. И вот так перед собой. Раз, два, три, четыре, пять. И нужно сказать, я уже все. Скажи, сразу не страшно. Ну, как приятно. Во-первых, я людей этих все равно видела на протяжении 4 дней. Ну, не так страшно, видишь. Давайте поаплодируем. А поклониться? Кто еще боится выступать? Нужно обязательно себе сказать, это совершенно не страшно. Я очень долго боялся выступать перед публикой, аж до 13 лет. И могу сказать, что первые разы, когда ты начинаешь выступать перед публикой, это очень страшно. И оно долго не проходит. А чем это убирается? Могу дать вам совет. Чем больше вы будете выступать перед публикой, тем быстрее вы привыкнете, что не нужно бояться. И это хорошо, если вы боитесь, и хорошо, если вы потеете, и хорошо, если вам страшно, и хорошо, если вы переживаете. Главное не делать внешним видом этого не показывать. Понятно? Ни за что не показывать никому. Почему? Потому что это целиком ваше. Вы думаете, что все это видят? Расслабьтесь, никто этого не видит. Вот смотрите, сейчас очень было видно, что Алена переживает. Ну, так особо не видно. Просто... смотреть вперед. Знаете, есть очень хороший метод. Выходишь и представляешь, будто те люди, которые на тебя смотрят, тебя боятся. И все сразу становится легче. Выходишь и здесь так. И все это. И для детей тоже это все хорошо работает. Луиза, вам стульчик? Да, стульчик. А хотите выйти, да, вообще? И продолжаем теперь со звуком фу и на выдохе звук фу. Сейчас. На выдохе звук фу, а на вдохе звук фум. Хорошо? Итак, на выдохе звук фу, а на вдохе фум. Вы уже это знаете.
отдыхаем, ставим возле легких, и на вдохе звук «сым», а на выдохе звук «сы» вместе со мной. Отдыхаем, считаем до 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И переходим к работе с сердцем. На вдохе произносим ха, а на выдохе ха вместе со мной. Задержали дыхание, сердце любит, когда там есть воздух. И выдыхаем. Отдыхаем. Знаете, что у вас попропадало? Когда вы приехали в первый день, у вас шуровало высокое давление. И сейчас этого нет. Если просматривать целиком группу, то группа была на 85% болеющая сердечными заболеваниями и высоким давлением. Супер! Сейчас это опустилось где-то процентов до 30. Представляете? Ведь лечиться от этого очень сложно. Этим можно болеть всю свою сознательную жизнь. Дыхаем, отдыхаем. Теперь то же самое делаем со звуком хем и на выдохе хе. Здесь со мной. Отдыхаем, отдыхаем. Голова кружится. Теперь мы переходим к другому циклу, который называется цикл работы с внешними энергиями. Итак, мы отработали сейчас со своими органами. Печень, селезенка, легкие, почки. Сердце по системе УСИ. Теперь мы должны перейти к системе работы с внешними энергиями. Итак, давайте еще раз. Уберем вспотевание нашего вспотевшего окна и делаем вдох, зеркало, вернее, делаем вдох и выпиваем. Еще раз. Еще раз. Хорошо. У нас есть звук, этот звук звучит так. Звук ха. Это тайный звук, который обозначает мир. Смотрите, мир во мне — это звук хау. Он увеличивает внутренний мир. Когда человек в середине собой мирный, то он становится спокойный и добрый. На выдохе хау. Если вы на выдохе хау, тогда энергетические причины в вашем энергетическом коконе между собой не воюют. Почему? Человек так устроен, в нем всегда будет противоречие. Самое страшное, как определить, будет у вас получаться бизнес или нет. Если вы подходите к чему-то, говорите, ну давай, если нет, не будет, нет, все-таки давай, нет, я все-таки не буду, нет, я все-таки это сделаю. Все, вам можно этим не заниматься. Вот все, можете идти спать. Понятно? Человек решил, должен обязательно это сделать.
Решили сделать. Сегодня утром было сказано, будет вебинар. И после этого вокруг меня начали говорить, нет, не нужно, нужно. А я пошел и лег спать. Потому что подумал, что нужно подготовиться к вечернему вебинару. Почему? Потому что если долго живешь по принципу, что хочешь, что делаешь, то тогда что планируешь, то обязательно бывает. Поняли? Не отменяйте то, что планировали, потому что это дает вам возможности в дальнейшем. И если говорите что-то, то обязательно делайте это и отвечайте за свои слова. Потому что это очень важно. Ваши слова в дальнейшем будут без вас выполнять дело. Поняли? Сначала вы делаете и выполняете. Говорите, я это сделаю, после этого я это делаю. И после этого говорите, да будет так, и это будет происходить. Потому что у вас слова не нарушаются и подтверждаются вашими поступками. Поняли, да? Вот видите, как это важно. Говоришь, делай. Мечтаешь? Если мечтаешь, то тогда делай. А если не делаешь, о чем мечтаешь, то тогда и не мечтай. Понятно? Мечтаешь, делай. Делаешь, делай до конца. Сделал до конца и будь удовлетворенным этим, а старайся делать еще больше. Итак, звук хау на вдохе и хау на выдохе. Мы еще с этим не работаем. Хау на вдохе и хау на выдохе. Мир во мне и мир вокруг меня. Поняли? Ну, давайте и начнем. Не нужно ручкой ничего делать, просто делаем. И теперь еще раз. Отдыхаем. Если человек выполняет хаум утром и хаум вечером, то тогда он полностью уничтожает тех врагов, которые энергетически на него, гипотетически могут влиять. Поняли? Их у вас не будет. А смотрите, сейчас, когда вы это сделали, эффект, если у вас есть враги, если у вас есть энергетическое воздействие, то у вас должны краснеть щеки, а ощущения в ушах, в лице должно быть. А у кого такое есть? Видите, у кого-то есть. Вот горит, это значит, там мужчина, возможно, вас хотел. И после этого мечтал. И после этого это в жизни меня мешает. Представляешь? Там знакомиться, или это там ну, могла сама от кого-то. Ну, это исключено. Также, если выполнять хаум и хау, то тогда люди окружающие не хотят вам зла никогда. Не хотят. То есть они хотят вам только добра. У вас есть плохой заказчик, который постоянно там вас мучает. Перед тем, как с ним будете общаться, хаум-хау, хаум-хау, хаум-хау. И все, будет хороший. Понятно, да? Удобно. Вокруг один мир. Едешь в машине. Гаишник остановил. Представили вместо своей головы дулю и начинайте с ним разговаривать. И все будет отпускать. Вылазит такая большая, большая, красивая дуля вместо лица. Он говорит, здравствуйте, а? Здравствуйте, ну дети, почему? Нужно представлять правильно. Вы большая дуля. После этого открывают ваши права, а там из двух страниц две дули. И все, что от дули интерес какой там будет. Говорит, а что смотрите? Да. Чтобы не видно вас было. И давайте еще раз. Хаум, хау, не торопясь. Вместе со мной. Я посмотрю, вообще люди здесь есть. Хаум на вдохе и хау на выдохе. Нужно в микрофон говорить. Хаум на вдохе и хау на выдохе, родитов, дорогие друзья. Сегодня на вдохе хаум, а на выдохе хаум. Понятно? И все. На вдохе хаум, на выдохе хаум. Все.
Вливает. Все. А, хорошо. Усилями. И на вдохе хаум и на вдохе хау. Вместе со мной. А, забыл сказать. Когда вы произносите хау, вам должно быть непременно очень приятно. Вы должны это прямо сделать. Знаете, даже если вам неприятно, постарайтесь прям представить, что вам на выдохе очень приятно. Вы зарядитесь кокон теми людьми, которые рядом с вами будут аж сознание терять от любви к вам. Они прямо аж, ай, девочка, ай, хорошая, можно я тебе все деньги отдам. Это лучше всего это делать вечером. Это приобретение паранормальной способности, обретение внутреннего мира и внешнего мира по отношению к вам. Понятно, да? Ну, вообще это делается как саман, там, 2 минуты, 3 минуты, но не быстро. Для того, чтобы делать быстро, нужно иметь большую психическую энергию. Если делать очень быстро, то тогда происходит разрывание энергетических центров, не очень хорошо. Злиться начинаешь, к тебе злятся. А лучше это делать не торопясь. Привыкает как бы, потом вы уже со временем поймете. Если вы быстро поделаете, то после... А, если это делать, то кони не лягаются, собаки не кусаются. Комары тоже меньше жалят. Поняли? Очень хороший, на хороший. Обретение мира. И вместе со мной продолжаем. И на выходе приятно. Отдыхаем. Пятница, приятно. На. Пятница, развратница. Еще раз. И на вдохе приятно, и на выдохе приятно. И вот сейчас, когда уже так чуть-чуть вас закачало, голова закружилась, делаем это еще раз. На выдохе. Отдыхаем. Как сделать так, чтобы всегда было приятно? Делать так, чтобы вам все было неважно. Представляете? А, неважно. Ты придурок. А, неважно. Понятно. Нет, если я здесь ни при чем, то тогда это заставит меня думать, почему же он все-таки сказал. А так, как неважно вообще, отвлекся. Поняли? То есть это не принимай вину на себя, не принимай удар на себя. Как научиться делать так, чтобы вас это не касалось? Могу сказать, когда вам говорит что-то другой человек и оскорбляет вас, мысленно проговариваете то, что он говорит. То есть он говорит, ты Наташа коза, вы про себя, ты Юрчик козел. Я тебя искренне ненавижу, вы про себя, я тебя искренне ненавижу. Ты сволочь, вы про себя, ты сволочь. А если вы тебя оценили? Мотивация, говорят, ты Йоханы Бабай, вы про себя, ты Йоханы Бабай. И все. После этого, когда он закончил, отворачивается, он снова, ты Наташа коза. Только это делайте про себя, поняли? Не вслух, а то обидится. Ну вы же не хотите обижать человека. Что же вы обижать, если он хороший? Вообще, у человека всегда можно найти хорошие качества. Самое главное из всех качеств, он теплый. Теплый. Почему? Это самое лучшее качество. Ну потому что если бы его не было, то нет, ну, небо, что было греться. Так он теплый. Отлично. А что нам еще надо? Тепло главное. Ну, а больше ничего не надо. Женское счастье. Целый день шел снизу. Замерзла я, как Карасова. Пришла домой и теплый он. Отлично. Ну что, на вдохе давайте еще. Здесь очень важно. Если вы будете это делать, вы обретете способность жить по принципу «неважно». Очень часто, вот почему кто-то боится выступать перед публикой, кто-то не боится. В чем причина?
Причина заключается в том, что человек считает, что для него важно выглядеть хорошо перед публикой, говорить грамотно перед публикой, быть нужным или ненужным, а это не важно. Представляете, почему? Важно, сколько вам заплатят, а не то, что вы будете говорить, когда вы будете выступать, понимаете? Вы не на то ориентируетесь. Мне, если заплатить хорошо, то мне все равно перед кем выступать. Вот все. Нужно ориентироваться совершенно другое. После этого, если заплатили, будешь выступать перед кем угодно. И говорить, что хотят. Говоришь, что какая тема вас интересует? Буга. Отлично. Антрацит. После этого можно говорить, добыча угля увеличилась. Нет, у нас уменьшилось. Но только у вас уменьшилось. Всех остальных увеличилось. Ну что, продолжаем. На вдохе хау и состояние мне хорошо. И на выдохе хау состояние мне хорошо. Вместе со мной. На вдохе хау и на выдохе. Не обязательно раскачиваться. Есть специальный звук, который звучит как звук адха. Звук адха – это звук управления духами и энергиями, зловредными и незловредными, которые находятся вне меня. Но есть еще один звук – это звук адхам. Это звук управления в середине меня моими гневными нервными состояниями. Таким образом, если вы будете сейчас произносить на вдохе адхам, а на выдохе адха, у вас начнется появляться паранормальная способность подчинять себе гневные классы духов, а также паранормальная способность лечить других людей. Понятнее так? Да? Супер, да? Ну что, давайте попробуем это сделать. То же самое, медленно-медленно, состоянием такого внутреннего удовлетворения и удовольствия. Скажите, у кого плохое настроение? Есть плохой настрой? Или у вас плохой настрой? Или боитесь просто говорить об этом? Я подозреваю, что плохое настроение. Не должно быть плохого настроения, ведь у Алены день рождения. А в Алены день рождения никто не имеет плохого настроения. Интересно, как бы ты сегодняшний день провела? Провела бы сегодняшний день с частью завтрашнего дня. И давайте еще раз сделаем, мы еще не делали, на вдохе адхам, а на выдохе адха. Данную практику нужно практиковать исключительно только в те дни, когда нет полнолуния. Поняли? Если есть полнолуние, то можно за счет этого метода получить одержимость. То есть на время станешь как не в себе. Кто-то начнет разговаривать с тобой ночью и так далее. Если вы легли вечером и лежите, и вам кажется, будто вы слышите не свой голос, то я рекомендую в этот момент этот голос, который вы слышите, и не ваш, просто послать матом. Я говорю это серьезно. Тогда у вас улучшится общая жизнь. То есть вы начнете лучше жить. Также очень часто, если человека заказывают и на него проводят определенные ритуалы, ночные, я их называю ночными месами, то эти ночные месы обычно человек слышит голосов грубых, которые вечером что-то говорят ему в ухо. Как бы в обыкновенной жизни ты просто вот так разговариваешь, когда лег спать, то и обычно это плохие слова какие-то. Это как твой монолог, только другим голосом, плохими словами. Вот это нужно споймать и послать, сказать, все, убирайся, отстань. Понятно, да? Это очень хорошо работает. Скажите, у кого-то такое было, кто-то пробовал? Получается? Не получается? Ну, старайтесь, и это все пройдет. Старайтесь, серьезно.
Просто чем грубее, тем лучше. Итак. Адхам и на выдохе адха. Если голос, хороший вопрос, а если голос матери? Голос матери не может быть. Это, видимо, квалификация духа такого, который говорит голосом матери. Мать бы вам никогда ничего в ухо не говорила, понимаете? Если такое происходит, то тоже туда же. Неправильно. Теплое чувствуешь, это уже совершенно другое. Здесь чувствовать запрещено. Здесь слышать. Слышите, что я говорю? Если вы услышали, то послали. Если вы почувствуете... Нет, еще раз вам говорю. Чувствуете, не обращайте внимания. Говорите, это не важно. Здесь главное послать то, что вы слышите. А если вы чувствуете, вы привлекаете, поняли? Вы материализуете. Нельзя концентрироваться на чувствах. Запомните, если вы спите или если вы проснулись и чувствуете, будто рядом кто-то лежит. Или там колобочки, кабулочки или там что-либо еще, то обязательно от этого отвлекайтесь. Не концентрируйтесь на этом ни в коем случае. Вы своей энергией материализуете это, не делайте этого, ни в коем случае, отвлекайтесь, это не важно. А вот если услышали, это плохо, это уже напрямую проникает в сознание. То, что вы материализуете, с этим не справляться. Нужно проводить вот такие утренние обряды, как я с вами проводил вот эти дни. А их сам для себя не проведешь, сложно очень делать. А вот эти материализованные сущности, они не сильно хорошие. Естественно, самое важное, чтобы это не проникло в сознание. Вот то, что в сознание, посылайте. А то, что появляется рядом, говорит, это не важно, все, этого нет. Все. Пошевелились там рукой, так стряхнули, говорит, все, кыш-кыш, фырк-фырк, и все. А еще, может быть, это кот? Я когда-то устроился на квартиру, лег спать ночью, а у хозяйки, у которой была собака, которая жила в этой квартире, тоже, знаете, как на ночлег пустили, у нее собака была доберман. Закрыта мою комнату, вылезла и ночью залезла мне прямо в кровать. Сплю я ночью, чувствую, нехорошо пахну. Руку протягиваю, понимаю, что что-то я себе наматериализовал. Вот так вот, я не знал, что есть в квартире доберман. После этого открываю, она вот так поднимает голову и зевает. Чуть с ума не сошел. Я отвернулся вот так и лежал, думаю, боже, что это, боже, что это, что это, боже, что это. И еще она начала тянуться и меня вот так сталкивать. И после этого я на краешку вот так вот лежал уже до утра, 6 часов встал, быстро выбежал и закрыл. Знаете, хозяйка это встала, говорит, о, вы уже проснулись. Я говорю, вы представляете, там что-то такое появилось, мне аж стыдно сказать, по-моему, похоже на собаку. Она... Кимрочка. И там собака выскакивает. Андрей Андреевич, я забыла предупредить, но она же, ну, я забыла предупредить, она где-то спит, она к вам. Ах ты не годница. Ты не... В трусах поспал рядом с Юрочкой, проснулся конец. После этого то ли, знаете, больше нюрука мне не надо, пожалуйста, потому что как-то нехорошо с нюрой. Потом целый день нюхал тебя, как нюрой пах. Итак, на вдохе адхам, а на выдохе адха. Вот так, никто не обидится, если я буду дальше вот так. На вдохе адхам, на выдохе адха. И вместе со мной начинаем. Все. Адхам, 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 адхам
Молодцы. А теперь делаем вот так вот движение вперед, когда произносим матха, что обозначает повелеваю. Поняли? Поняли, да? То есть это фактически как повелеваю. У меня так Маруся делает. Я там кто-то болеет. Я говорю, Маруся. Света делает? Вот так делает. Делаем вместе со мной. На вдохе нам, а на выдохе атха. Поняли? Молодцы, супер, молодцы. Молодцы. Голова закружилась. О-о. Теперь вы повелеваете своими снами и повелеваете энергиями злыми, неплохими, наверное, нет такого понятия, но, скорее всего, вредящими человеку, который живет рядом с вами. Итак, теперь мы делаем звук ИХАМ на выдохе, ИХАМ на выдохе, ИХАМ на вдохе. Что это такое? Это значит, я в середине атман и свою силу сею. А что такое атман? Это грубо звучит как «я очень энергетически влиятельный человек». Поняли? То есть это дает человеку возможность расширить свое влияние, свои энергии. То есть смотрите, вы читаете мантру и хотите, чтобы эта мантра действовала более широко или более сильно. То вам перед чтением мантры можно выполнить вот такую вот практику, когда вы на вдохе произносите ИХАМ, а на выдохе ИХА. Правильно я сказал? Правильно. ИХАМ на вдохе и ИХА на выдохе. Понятно? То есть это вы обретаете свою атмичность или колдовскую, наверное, силу. Итак, есть люди неофиты. Это люди, которые блуждают, пробуют чем-то заниматься. Есть люди адепты, которые с небольших результатов. Есть люди, которые могут себя считать глупо, потому что они являются специалистами в этой области. Есть люди, которые не хотят это популяризировать, но являются людьми, которые широко это используют. Их можно условно назвать колдунами. Понятно, да? То есть есть и колдуны, есть неофиты, они между собой отличаются тем, что одни никому ничего не говорят, но очень широко и очень ярко этим пользуются в собственных целиком корыстных эзотерических целях. Да, данную практику выполнять нужно тоже вечером. На вдохе мы... Ее можно и днем, но не утром. Итак, на вдохе ИХАМ, на выдохе ИХАЙ. Вместе со мной. Задержали здесь, надо задержать дыхание. Как бы обрел эту ситху и выдыхаем. Молодцы. А теперь самое интересное, то, что вы не должны выполнять дома, не должны, давайте еще раз скажу, не должны, но можете это выполнять, если вы закончили третью ступень. Давайте договоримся, вы это дома делать не будете, договорились? Это звук Яхве. Что это за звук? Мы должны представить перед своим сердцем с левой стороны солнышко, на вдохе Я, а на выдохе Хве. Если вы сейчас это будете делать вместе со мной после подготовительных практик, мы сейчас зеркало еще раз помоем, то это привлечет в вашу жизнь быстро невероятное материальное благополучие. Быстро, невероятное. И быстро, и невероятное. Я, дальше буква Х, и после этого Е. Это не имя Бога, это имя подключения к определенной энергии. Это подключение к энергии, которая дает человеку возможность быть очень богатым человеком. Когда вы смотрите какую-нибудь телевизионную программу, там очень часто говорится, Яхве является Богом иудеев, является чертом, который мучает людей и так далее.
Пусть кто что угодно говорит, знаете, там мучает, не мучает, знаете, это нас уже не касается. Я это выполняю на протяжении половины жизни, живу хорошо. Обожаю жену, детей, никто ничем не болеет. Ну, конечно, можно сказать с позиции батюшки, что после смерти меня будут мучить черти. Как же они меня будут мучить, если я со всеми ими знаком? Ну, это как, привет, привет, ну я пошел, ну иди, да, знаете. Тогда, возможно, я сам буду таким сам. Уже поздно. Уже процесс сформированной психической деятельности, к сожалению, или к радости, закончен уже только так. Вы знаете, если бы я считал себя плохим человеком и хорошим, то тогда мне нужно было бы автоматически примкнуть к лагерю хороших людей или плохих. А мне все равно. Понимаете, да? Поэтому мне все равно. Я ни плохой, ни хороший. Помните Адвайта, о том, что я говорил в самом начале? А сейчас то, что мы делаем, можно со мной делать. Итак, на уровне сердца. Вы представили, я это даю на третьей ступени. Обещал не говорить зайчики, это обидно. Мы не зайчики, тигры. Обещал говорить, значит. Все, зайчиков никаких. Я обещал когда-то давать это на ступени. Сейчас я это на третьей ступени в обновленной версии все дал. Там есть метод работы Яхвы, я его объясняю полностью. Сейчас вы это можете сделать через подключение, через меня и через вот эту тотемную энергию, через которую мы все вместе подключены. Хорошо? И давайте на вдохе я, а на выдохе хвы. Представляем солнышко вот здесь перед собой или здесь. Или даже представляете, будто вы сегодня солнце видели, и на нем написано большими буквами «я» и «хв». Понятно, да? И начинаем вместе со мной делать. Вместе со мной. Отдыхаем. Скажите, не очень кружится голова? Это супер. Это супер-суперового супера. А скажите, есть такие, кто кашляет? Закрытая энергия денег, вы представляете? Сейчас мы ее откроем. Хоть давайте прокашляемся. Молодцы. Ура. А знаете, что обозначает вот так вверх поднятый палец? Правой руки или левой? Нет, он обозначает мужскую потенцию. Поэтому вот так вот показывать некультурно. Говорят, о! А вот так, это значит плохая потенция. Так хорошая, так плохая. Дело в том, что если вы будете в Новозеландии, на Мальдивах или на других островах, у них это предложение интимной близости. А это страны ислама. Не дай бог вы покажете какой-нибудь женщине. Вас могут прямо камнями закидать, их там у них нет. Ну ладно, тогда этими кокосами. Дай бог так показать. Да, на мосты можно везде, это все равно половина людей не понимает. Ходит человек? Он говорит, ну,
пытаемся. Не все понимают. Знаете, есть такие племена, где носами трутся. Но это же не значит, что мы сейчас должны носами тереться. Просто это символ, символ хорошей мужской потенции. И почему? Ну, у нас все пальцы так, один только вот так. Понимаете? Ну, так. Поэтому, если с мужчиной, если мужчина вам так делает, говорите, я замужняя, стесняюсь. Со мной так, пожалуйста, больше не показывай. Хулиган. Смотри, какой хулиган. Еще раз, то что? Да. Если вы покажете в Китае язык государственному служащему, то вас могут посадить на 10 лет лишения свободы. Без права забирания вашей страной вас. Будь вы американец, посол, кто угодно. Даже когда ешь, вот так облизываться нельзя, вас прямо с ресторана могут забрать. Если рядом партийный служащий, прямо за ручки, за ножки белые увезут на 10 лет. Даже если ты настоящий. Кто хочешь. Показывать язык, особенно вытягивать его, очень нехорошо. Вот показывая там пальцами, как хочешь, может, язык нельзя. У них считается язык верхом оскорбительности, самым страшным оскорблением. Когда-то арестовали человека за то, что он продавал красивую наклейку, такую тетрадку, и на ней язык. Пришли, арестовали его, и у всех, у кого эти тетрадки, изъяли, и после этого посадили на 10 лет. Везде языки вот эти, Эйнштейны и так далее. Эйнштейна нету в Китае. Его фотографии с языком не используются, он там запрещен. Поэтому китайка мужу не имеет права показать язык. Это как послать так ядрёно прямо, знаете, послать человека. Но почему? Объяснение этому есть. Смотрите, все, что мы можем показать и все, что... от чего можно пристыдиться, находится у нас под одеждой. Точно так же и язык, он своего рода находится во рту, как за одеждой. Таким образом, показывая язык, человек как бы без одежды находится, поняли? И это вот в традиции имеет место. Также вот если в Арабских Эмиратах или в странах ислама, не зевайте ни в коем случае, это невероятное оскорбление людей, которые находятся рядом. Обязательно закрывайте рот, вот так, понятно, вот так. Нельзя ведь, да? Да, да. Да, нельзя показывать подошву обуви, это тоже оскорбление. Понимаешь? Да, это реально, да. Подошву обуви в странах ислама – это оскорбление. Также женщина не имеет права тыкать пяткой в лицо своему мужу, это тоже оскорбление. Также нельзя вот так вот поднять и ковыряться в ноге, потому что обслуживающий персонал безумно оскорбляется. Понятно, да? Также нельзя целоваться, лежа на пляже. Почему? Это тоже оскорбление. Их обижает это, понимаете? Нет, а? Для туристов. А мы обнимались с Соней, когда были в Дубае, по полной программе. Ничего, мы бы заплатили, знаете. Ну что, продолжаем. Ирина Ронжина пишет, где отблагодарить Андрея Дуйко, можно отдать долг. После Яхвы холодно стало во рту. Хорошо, продолжаем. Итак, мы делали Яхвы. И делаем круг четок, потому что нам нужно быть всегда подкованными материально. А то тут второй морской курс, а денег нет. Ну что, делаем? Все готовы? И пошли вместе со мной. Yeah.
отдыхаем. Сейчас, одну секунду, я должен ответить. Дорогой мой телезритель, в этот момент, когда вы смотрите эту видеотрансляцию, прямо под моим лицом вот здесь написано «Отблагодарить Андрея Дуйко». И вы можете вот сюда вниз, прямо под этим телевизором, нажать на кнопочку «Отблагодарить» и там, куда перечислить деньги. Потому что женщина пишет, куда отблагодарить, куда отблагодарить. Под моим лицом отблагодарить можно. Пробуйте. А если у вас не получается, то можно не отблагодаривать. Все в порядке. Там получается, они еще ни разу не снимались. То есть где они там висят, кто-то там благодарит. Все пойдет в общественную организацию. Серьезно, все в общество. Почему? Обществу необходимее, чем мне. У меня и так все есть. Теперь я бы хотел, чтобы те люди, которые верят в меня, которые любят школу, которым помогает эзотерика, могли построить свое общество. Вот для чего это необходимо. Понимаете? А себе, моя эзотерика для меня сделала все, что можно. Ну что, давайте на вдох. Носите, да, носите. 10% с пенсии. Шучу. Сейчас начнется. Андрей Андреевич, помогите, я вам нашла человека, ему нужно помочь и так далее. Не нужно мне людей, которым я должен помогать. Вам нужны эти люди? Вы хотите им помогать? Помогайте. Я ни при чем. Не я создавал условия жизни, не я виноват в том, что им плохо. У нас есть девочка, у которой ребенок, у которого очень редкое, очень сложное заболевание. И при этом, имея у ребенка редкое, сложное заболевание, она ни у кого никогда рубля не попросила. Почему? Потому что это ее проблема ее вместе, это все переживает. Понятно, да? И ко мне, когда приехала, ни грамма не попросила, хотя я знаю, что деньги у них, не на исходе, но не на очень хорошем, там, не в очень большом количестве. Понимаете? Вот так. Ну что, давайте, мы вас отблагодарим лично. У меня есть Соня, кто лично может благодарить. Но другие благодарности не интересуют. Хочется отблагодарить, отправьте деньги. Итак, продолжаем. Еще раз Яхве читать вместе со мной. Медленнее. Вперед смотрим. Отдыхаем. Заикаться сегодня. Но она перестала сегодня бы вот так вот делать. Или она так не делает? Вот сегодня посмотрим. Мне нравятся люди, которые звонят Свете. Звонят Свете, а телефон лежит. И звонят, я, если свет нету, беру. И говорю, алло, а не Света? Я говорю, да, Света. И после этого обычно говорят, Света.
говорю, да. А можно Свету позвать? Она у телефона. Говорит, ну, нам надо Светлана Анатольевна. Я говорю, ну хорошо, хорошо. Тогда я позову сейчас. И давайте еще раз. Мы забыли. Нам нужно для Яхвы еще очистить свой позвоночник. Потому что позвоночник – это опоры. Как мы очищаем наш позвоночник? Самое лучшее упражнение, которое одновременно убирает давление и лечит все заболевания позвоночника, это поглаживание своей головы с выдохом, произнося «хо». Итак, что нужно делать? Вы представляете, будто у вас не позвоночник, а трубка из фольги в виде трубочки. После этого делаете движение рукой назад, не торопясь. И когда у вас рука лежит на затылке, произносите на выдохе звук «хо», представляя, будто из фольги внизу идет пар. Понятно? Полечим гипертонию одновременно позвоночник. Видите, как несложно. Делаем вдох и назад, и на выдохе. И внизу пар, который, не закрывайте глаза, который аж ногам тепло делает. Вот так аж тепло здесь должно быть. Еще раз. И на выдохе. И еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Отдыхаем. Я хочу у вас спросить, вот скажите по-честному, вы во время этого морского курса, вот уже у нас он длится там добрых 5 дней, или 6 даже, не знаю, сбился, 4. Скажите, у вас есть ощущение, будто вы отдыхаете, отдых произошел? Потому что когда вы дома были, у вас стресс, все время думаете, все время в напряжении, все время прибежали домой, нужно кого-то обслужить, всем наготовить, все время что-то нужно делать, все время голова за что-то болит. А здесь отключило вас? Да. Ой, так приятно. Вы знаете, вот это и есть самая большая благодарность для меня. Когда люди говорят, что мы отдохнули, это большая, самая большая благодарность. Огромное вам спасибо. Там на втором курсе у нас может быть не быть мест. У нас Калит хочет приехать, понимаете? Это нужно у Светланы узнать, есть там у нас места. Раньше нам дом отдыха давал больше места, почему-то сейчас сократил. Им нужно, наверное, поменять свое отношение к нам. Ну, это их дело. Почему? Ну, странные люди. Я им говорил, что мы можем забронировать у вас ваш отель прямо начиная с мая и заканчивая концом августа, аж началом сентября. Вот где бы еще сейчас в Крыму люди могли столько заработать, представляете? Ну что с ними? После этого нет, мы сделаем еще, нет, у нас все зачем. И после этого не едут, вы представляете, и они потом себя за лобки кусают. Ну, создали мне. Сэкономив на малом, можешь потерять больше. Согласна. Можно левой рукой, правой с травмой. Можно, да. Из США оплата не проходит. Как насчет PayPal? Сейчас может София связаться. У нас есть открытый счет PayPal в Европе. Можете отправить туда. Муж стал слушать ваши шумы. Алхимия. Сильно болит голова. Давно не болела. Хотя перенес инсульт 2 года назад. Слушать дальше или перестать? Слушать, но только слушать исключительно для мужа в вечернее время. Здравствуйте, Андрей Андреевич, почему эту практику нельзя выполнять дома? Я сейчас дома, значит нельзя. Эту практику можно выполнять дома исключительно ученикам третьей ступени. Если вы хотите делать это дома, делайте это по вечерам, в вечернее время, когда вы покушали, сели перед телевизором, все смотрят, а вы... Муж говорит, с тобой даже поругаться нечем, потому что ты вечно, Лена, сволочь, а я при чем? А как вы заканчиваете вечер? Нет? Ну, можете не перед телевизором, можете перед иконой.
Ну, можно там перед любимым сесть, смотри на меня. Я сказала. Или дети сели и смотрим на маму. После мама, можно уйти? Нет. Я отрабатываю вашу карму, понятно, дети? И продолжаем, продолжаем. Давайте мы еще сделаем, потому что сегодня действительно хороший день, очень хороший праздник и так далее. Продолжаем. Ой, правильно вы делаете, что сядете на стульчик, правильно. Идите ко мне, я скажу, что нужно сделать. Сейчас, сейчас нужно подойти к Соне, подойдите к Соне. И она вам даст сейчас. Да, ну больно вам еще. Оно вам зажимает. Сейчас к Соне подойдите, пусть таблетку даст и полежит. Ничего страшного, без того, что полежит. А не надо на улице. Идите к Соне, пусть она даст вам таблетку. Она знает, как хорошо. А вечером я там вам даю. Продолжаем. Итак, на вдохе я, на выдохе хве. Вместе со мной. Отдыхаем. А то, дальше делать не нужно, а то будет тошнить. Дальше. Кого-то тошнит, кстати? Может тошнить, да. Если переизбыток энергии, то может тошнить, уташнивать. А если печень покалывает? Правильно, печень покалывает и даже чуть-чуть приташнивает. Это нормальный процесс, когда уже говорит вам энергетика, это что все достаточно хватит, больше не нужно. Также может после этой практики в течение часа идти отрыжка. Понятно, почему? Перегорают паттерны, не дающие возможность человеку обрести материальное благополучие. Идут они, перегорают в кишечнике, как отрыгивается. При этом запах идет от человека хороший. Пахнет пачули, пахнет розочкой, какой-то гвоздичкой. Знаете, хорошо, хорошо. Я не знаю, вы, наверное, ну это ж перегорает. Когда у вас, когда вы обретаете, когда вы на морском курсе, потом уезжаете домой, то близкие будут еще длительное время чувствовать от вас запах ароматических палочек, которые мы палим здесь во время морского курса. И даже в случае, если вы купаетесь, то все равно пахнете. Представляете, почему? Воздействие на вас вот это и происходит. Дальше. На вдохе хим, на выдохе хи. Что это такое? Это, помните, я вам говорил, где-то рождение, сеяние семени, а по-другому это звучит, чтобы получалось и обрести семью, и получалось семье зарабатывать, обретение очага и так далее. На вдохе хим, на выдохе хи. Вместе со мной. Если вы во время практики зеваете, это говорит о том, что у вас где-то стоит глубокий паттерн, и практика не срабатывает. Поняли, да? То есть это у вас, значит, паттерн, он пытается выдавиться. Что нужно делать? На первой ступени я даю метод медузы. Помните, когда входишь и выбрасываешь? Мы здесь сейчас методом медузы не пользуемся, потому что у нас мало времени было на морской курс, и я это сделал без вас. Я сделал это с вами, просто не заставил это делать. Это было тогда, когда вечером вышли домой, у вас было жуткое, унывное настроение. Это как раз тот вечер, вытягивались вот эти ваши медузы, эктоплазмы и так далее. Данный у нас морской курс целиком связан с тем, чтобы убрать у вас те качества, которые действительно заставляют вас проживать в той же жизни, в которой вы. То есть это качества, которые можно очень быстро у вас синтезировать, и они очень быстро вспыхивают. Вот сегодня я утром включал музыку, от которой хочется плакать. И это начало из вас выползать. И вы сразу же хак-хак.
И после этого мы поработали сразу же с огнем, и это все поджигалось. После этого гульбани, да, айнане, гуляем, хэнэ, пилэ и так далее. И в этот момент у вас, ой, как бы, та-та-та-та-там. То есть там для взрослых людей, или когда-то я была молодой, это так было хорошо, то есть человек живет прошлым, я решил включить вам изла. То есть у вас душа развернулась, и мы в этот момент хрясь ее, и все. И от себя. Почему? Это заставляет вас находиться все время, ну, это близкие чувства, но они, когда заполняют, мешают нормально существовать. Потому что нужно жить, а тут все время вот такая я была, вот такая вот. И грудь у меня была на 8 размеров больше, и длиннее была, а сейчас усохлась, грудь засохла и так далее. Ну и так далее, знаете, всяк бывает. Сразу же могу сказать, что вот это мешает человеку жить настоящим моментом. Я попробовал классифицировать это все и попробовал утром это все у вас при помощи музыки вот такой несчастной достать каким-то образом. Почему могли произойти у нас обострения? Обострение – это неминуемые элементы, которые возникают у человека в случае, если мы работаем с глубокими, давно давящими человека паттернами, поняли? Если бы мы их доставали медленно, то тогда бы это проходило не очень заметно. А так как мы это выдернули, то оно начало очень заметно проистекать. Понятно? Сейчас мы будем работать с нашими суставами, опорно-двигательной системой. На вдохе произносим нам, а на выдохе тха. И после этого будем садить семя уже. Хорошо? Итак, на вдохе нам, а на выдохе тха. Мы это делаем каждый день. Почему? Очень-очень проблемные у нас суставы почему-то у многих причем. Это из-за того, что вы пили много воды. Сутью. А также из-за того, что вы находитесь в том месте, где недостаточно хорошо фильтруют воду. Поняли? Дело в том, что ее фильтруют от чего угодно, кроме минеральных веществ. А это считается полезным. А это не полезно. Особенно это вот в тех районах, которые живут на севере. Тюменская область, Тульская область. Вот где очень большое количество минералов в самой воде. То есть ее от вредного фильтруют, от минералов не фильтруют. И этих минералов много. И после этого еще и говорят, а вы попейте минеральную воду. Все связано. Нам своих минералов вот так хватает. Талая вода? Талая вода полезная. Я вообще могу сказать вам, как полечить можно ряд заболеваний. У вас где-то лишай, допустим, появился лишай где-то, и он не проходит годами. Как вы думаете, чем проще всего полечить? Хотите, дам совет? Нужно взять обыкновенную свою какашку, которая из вас выходит, серьезно, этой какашкой намазать на лейкопласт. Также можно вылечить, как ни странно, псориаз. Говорю это серьезно, без обмана. Не будет вонять, не будет. Лейкопластырем, изолентой, чем угодно обмазать. Дальше. Проверено. Носить, но обычно 2-3 часа можно снимать или через день, или через 2 дня повторять. Вот с локтей сходит практически там за 2-3 дня. Представляете? Кто бы мог подумать, а? А вы знаете, что это настоящая тибетская медицина? Вот она так лечит. Помните, я рассказывал? Высуши печень, принимай сушеную печень, будет помогать. Вася, да? Роман. Как тебя зовут? Юра. Вася, Роман, Юра. Кони и люди просто помешались. Знаешь. С кем это я разговаривал? Итак, в тот момент, когда вы, допустим, хотите полечиться, вот полечить печень можно самым настоящей сушеной печенью. Взяли говяжью печень, потерли ее или мелко порезали, выложили на противень и посушили так, чтобы мухи не садились. Она и так сохнет, она засыхает. Она же не перегорела. Она сушит. Она сушит 45. Нужно обязательно сделать так, чтобы она была от крови отцеженная, от желчи. Когда вы ее положите, нужно положить так, чтобы она в банке лежала слоями. Та, которая нижняя, не используется для засушивания, а нужно брать та, которая в банке верхняя. Вот ее нужно выложить и засушить. После этого перетереть на мелкую терку сырую печень
и сделать из нее порошок. Каждый день четверть чайной ложки. Что лечит? Варикозное расширение вен, заболевания герпевирусной инфекции, заболевания гайморит, гайморовых пазух, заболевания тромбофлебит. Минусы есть в этом всем? Есть минусы. Очень сильно влияет на почки и поджелудочную железу. Болезненно. То есть во время лечения человек может поправляться, может болеть поджелудочная немножко, но зато этим способом можно вылечить заболевание гепатит. Да, первое время толстеешь, а потом худеешь. А ты пробовал, видишь? А то же самое лечение почек. То же самое. Берете говяжью почку, ее высушиваете, представляете? После этого точно так же ее перетираете. Хоть это сделать очень тяжело, она становится такая твердая, как камень. Прям молоточком бьете ее и перетираете. И тоже сырой принимаете. Утром натощак четверть чайной ложки лечит почки. У вас сердце больное? Угадайте, что нужно перетереть в порошок. У вас больное, больные легкие? Угадайте, что нужно перетереть в порошок. Понятно? Проверено, очень хорошо помогает, ей-богу. Мышечная система у вас плохая. Берете мышцы животного, после этого их сушите, после этого перетираете, после этого принимаете в чистом виде натощак четверть чайной ложки. Или даже чайную ложку, или даже две чайные ложки. Тебе цвет так лечит. Фекалиями человеческими человек может вылечить кожные заболевания свои, а также клещей всевозможных и так далее. Любыми горечами человек может вылечить исключительно только глистов. Это не поможет вам больше ни от чего. Вообще, горечь, которая добавлена в сладость, лечит только глистов. Поэтому, когда я читаю аюрведические рецепты, там суракты, допустим, или сурактама, то пишут, что сурактам он лечит и... Нет, сурактам лечит исключительно, это исключительно противоглистный препарат. Все другое он ничего не лечит. А животного чистого говядину нужно. И лучше, если это делается так. Женщина исключительно говядину, а мужчина исключительно мужского пола говядину. Поняли? А еще хочу вам сказать, не бойтесь, в говядине, в мышцах, в тканях, а также в кишечнике и в внутренних органах, в отличие от свиного мяса, от кролика и всех остальных, не присутствуют глисты, гельминты. Только могут находиться в толстом кишечнике. Больше у животных крупного рогатого скота нигде нет, потому что они являются чистыми. А вы знаете, что был такой очень знаменитый иудей, который предсказал, что в случае иудеи когда-нибудь найдут настоящую красную корову, на которой нет ни одного черного волоска, то они полностью изменят весь мир, и тогда Иудея станет самой прославленной страной во всем мире. Круче, ну даже не круче, это неправильное слово, а максимальное влияние будет во всем мире. И после этого уже много-много веков государство Израиль через раввина Израиля готово купить корову красного цвета за невероятные деньги. Есть даже стоимость, по-моему, там до 60 миллиардов долларов. Поэтому, если вы найдете абсолютно красную корову, у которой нет ни одного исключительно волоска черного цвета, то тогда есть кому продать. Обращайтесь. Я знаю, кому продать, честное слово. Был такой человек из Америки, который покрасил и привез. Ее все осмотрели раввины, и после этого сказали, нет, она крашеная, не понятно. Понятно, почему? Вы должны знать, ее рассмотрят под микроскопом, каждую волосинку за эти деньги. Каждую вообще. У коровы совести нет. Коровы, они вообще бессовестные. И нам на вдохе и тхан на выдохе. И вместе со мной давайте заниматься. Ah.
отдыхаем. Очень хороший вопрос написала женщина. Можно ли любить человеку всех и все? Когда-то я дал интервью такое, которое называлось «Интервью эзотерика» какой-то там определенной прессе одесской. Они записали это на видео и выложили. Там во время проведения этого интервью я сказал, что любить на самом деле очень сложно. И эта сложность заключается в том, что мы любим очень обусловленно. То есть мы любим через призму своего опыта, а также через призму своего социологического статуса, а также через призму своего психического статуса. И таким, а Бог любит всех безвозмездно и любит всех просто так. То есть для Бога все равны, а человек становится судьей. И через призму этого опыта наша любовь, которую мы проявляем окружающему миру, может либо угнетать, либо делить, либо оскорблять. Согласны с этим, да? Согласны, да? Таким образом, если мы дарим любовь окружающему миру, то мы фактически его оскорбляем. Представляете? Почему? Потому что научиться давать ее безвозмездно можно, обманув себя. Но при этом, когда человек говорит, я готова дарить людям любовь, я постоянно дарю любовь, я дарю вам любовь, я обычно говорю, ну тогда раздевайся. Почему? Ну, буду забирать твою одежду, буду забирать твои... Нет, буду забирать внутренние органы, там, раз ты такой безвозмездный, ну что ж, будем все забирать. Правильно, да? Ну, что ж, ты же себя не любишь, готов положить себя на алтарь социума, людям. Нельзя выполнять практики, дарить любовь. Любовь – это очень дорого. Если вы начнете раздавать окружающему миру любовь, он первое, что сделает, начнет вас ненавидеть. И второе, что сделает, сделает вас абсолютно нищими людьми. Даже батюшки, которые дарят, там кричат, давайте всем подарим любовь, всему миру любовь и так далее. Я даже наблюдал, даже они после этого становятся на время одержимыми, нервными и кричат на близких. Представляете? Вот так. Нельзя дарить любовь. Любовь – это не та грань, за которую нужно цепляться. Не так все легко. Есть ли одна таблетка, которая может все излечить? Нет. Есть ли одно средство, которое может людей сделать абсолютно счастливыми? Нет. Понимаете, если бы это все было так примитивно, то мир был бы невероятным. Я знаю семью, где все практикуют метод дарить окружающему миру любовь. И вот как бы, тогда что же они не могут помириться? Ведь это ж каждый дарит друг другу любовь. Представляете? А знаю семью, где она его не любит, а он ее любит. Они живут комфортно, и они там не особо любовь эту кому-то дарят. Понимаете, сразу же вопросы много становятся с этой любовью. Поэтому не нужно там изображать лицо идиота, говорить, тебе любовь. Даришь любовь, давай вместе с имуществом. Раз ты такой безвозмездный, пожалуйста, все принимайся. Надежда, ученица школы, можно меня обвинить? В чрезвычайном просто материальном меркантильности, хорошее слово. Тогда как объяснить проведение бесплатных вебинаров? Ведь можно было бы реклама, хорошо. А я бы мог продать эти практики, которые я вам даю, но делаю это бесплатно сейчас вместе с людьми и с ними работаю. Зачем мне это? Это уже не реклама. Почему? А ведь откашливать 1600 человек придется мне сегодня. Конечно, да. Это же все равно подключение. А? Согласна? Таким образом могу сказать, что не все так банально вообще. Дело в том, что человек может расти духовно только после того, когда он перешагивает планку материального. То есть материальное его отпускает. Понимаете? То есть он свободный, вместе с этой свободой растет элемент осознания, духовности, как бы расширяет людей. То есть бедные люди, они могут быть ограниченными. Чем богаче человек, тем шире его восприятие. А почему? Ну потому что учился, потому что старался, потому что больше чувствовал, потому что больше возможностей, потому что... Один может поехать в Лувр и смотреть картины, другой не может поехать в Лувр и даже провести себе интернет. Чем они отличаются? Тем, что один может позволить, а другой нет. Тогда один может позволить и наслаждаться картинами, и духовно расти. Другой не может даже провести и топит свое воображение там, в водке, в запое, в пиве там, или еще в чем-то. Я вам скажу так, я ни при чем, мне все равно алкоголь. Я ни при чем, но... Несмотря на то, что я ни при чем и мне все равно, я бы не хотел, чтобы мои дети выпивали.
Согласны с этим, да? Мне не больно за то, что мир пьет каждый день тонны этого вина или тонны этого пива. Мне все равно. Пусть и водку пьют, и наркотики принимают. Мне все равно. Но мне не все равно моя семья, потому что я живу для семьи. Мне хочется, чтобы в семье было все хорошо. Именно поэтому я ограничиваю возможность в семье там, употребления алкоголя. Также могу вам сказать, что если у меня детки начнут, то я их буду ловить и бить. Серьезно, пока будет у меня возможность, если там, не дай бог, дочка до 20 лет придет с запахом, то я возьму ремень, прикую ее и буду бить ремнем. Понятно? Обижается, не обижается, все равно. И буду говорить, пока живешь со мной, буду тебя бить, если будешь приходить. А ты пила, не ты пила, ты курила, не ты курила, буду ее вот так. И все, со мной не будет. И будет где угодно, когда ко мне будет приезжать или будет со мной жить, со мной не будет. Понятно? То же самое и со Славой, и с девочками, и со всеми остальными. Понятно? Нет выбора. В моей семье выбора не будет. Я харизматичный тиран. Кто дома имеет право выпить алкоголь? Я. И те люди, которые рядом со мной, тем, кому уже больше 30 лет. Если тебе до 30 лет, мечтай до 30 лет, потом будет 30, пей, что хочешь. До 30 лет никакого алкоголя нет. София, когда после практики холодно стало, это нормально или нет? Нормально, да. Нужно укрыться. Можно ли вылечить рак желудка четвертой стадии прослушиванием шумов от онкозаболевания? Вы понимаете, мы не ставили такую задачу. То есть я не ставил эту задачу в априори лечить онкозаболевание шумами. Я не ставил, я не обещаю. Почему я это говорю? Могу вам объяснить. В случае, если я ставлю эту задачу и говорю, потратив $10, ты вылечишь онкозаболевание, то в случае, если человек умрет, то он имеет право меня обвинить. Я вам поверила, заплатила $10, теперь я умерла моя мама, и теперь, Андрей Андреевич, вы виноваты. А не подать ли на вас в суд? Вот смотрите, в случае, если, допустим, есть клиника или больные, или там где-то больница, человека отдают, если человек от этой терапии умер, то после этого никто не виноват, больницу никто не обвиняет. Согласны? А если, не дай бог, человек начинает лечить, и человек умер, то тогда виноват кто? Этот человек. Поэтому, когда мне говорят, Андрей Андреевич, вы можете вылечить онкологию шумами, я могу сказать, что есть вариант улучшения состояния, а там уже как карта ляжет. Но то, что это может гипотетически помогать, скорее всего, да. Онкошумы или шумы для лечения онкозаболеваний, исходя из того, но я не утверждаю, с некоторыми людьми работают великолепно и достаточно хорошо. У нас есть женщины, у которых исчезают, там рассасываются карциномы груди, как ни странно, хотя я прям понимаю, как медик, что этого происходить не должно. Это получается через уши, шум как-то влияет на грудь, что-то происходит. Для меня это звук лечит. Раз мы плачем от звука, значит, звуком каким-то образом мы полечить можно. Значит, он достаточно эффективным может быть. Ведь сегодня включал музыку такую, и от нее было там печально, или наоборот, хотелось танцевать, кому-то там хотелось все что-то делать. Копытцем бить. Итак, давайте продолжать. На вдохе нам, на выдохе ха. Отдыхаем.
Есть, есть очень интересная история, мы сейчас будем отдыхать, и я ее расскажу. Есть очень интересная пословица, которая называется «Из грязи в князь». На самом деле она по-старославянскому звучит по-другому. Там буквально она звучит не «из грязи в князи», а «из какашки в князи» или «в какашки там, в короли», поняли? То есть она там очень грубая такая старинная пословица. Я, к сожалению, буквально не смогу ее сейчас вам сказать. Но если нужно, попробую изучить и для вас это преподнести. В чем история? В свое время были крепостные крестьяне, и один из крепостных крестьян очень не хотел, чтобы его девочку, которая жила вместе с ним, замуж взяли. Очень сильно не хотел, чтобы ее насиловали, потому что тогда это практиковалось как-то среди крепостных людей. Ну, и князей и так далее, то есть издевались и так далее. И он решил, что он каждый день, утром и вечером, будет обмазывать ее лицо настоящими какашками. И так длилось 18 лет. И после этого она умылась и оказалась очень красивой. И ее выбрали какой-то там очень знаменитой княжной, которая имела там очень серьезное влияние при княжне Елизавете. И люди, когда приезжали, говорили ей все время такие слова. Почему вы такая красивая? Я делаю что-то очень пикантное. Понятно? В тибетской медицине это тоже есть. Я никого ни к чему не призываю. Тем не менее, история из князя в князь, из грязи в князем образом. Понятно? А там, где как мухи на мед, на самом деле звучало по-другому. Говорили, как мухи на какашки, поняли? То есть это не так было вообще. Ну что, продолжим. Хорошо, все хорошо. Перегрузка психической деятельности. Итак, сейчас с намтха поработаем, потому что суставы нужно лечить. Можно лежа, можно полусидя, пожалуйста. Не на попе, а боком, пожалуйста. Как хотите, упирайтесь там в соседа. Можете лечь на Галину Ананьевну. Спят, хотят гормоны, в пачках макароны. Саша и Сережа засыпают тоже. Ну что, давайте дышать нам. Отдыхаем. Теперь мы на вдохе говорим «пара». Пара. Потом задерживаем про себя, произносим «ме», а на выдохе «швари». Поняли? Мы произносим на вдохе «пара». После этого «ме» и на выдохе «швари». Понятно. Что это нам даст? Мы обретаем энергию вишварную или энергию, которая дает благословение рождения чего-то нового, связанного конкретно с энергией. Ну, я вам объясню по-другому. Вишварная энергия – это та энергия, когда посеяли, и все выросло, и ничего не сгнило. Когда ваши деревья дали те яблоки, которые нужны только вам. Ну, и которые у вас обязательно в саду. Дети не болеют в случае, если женщины делают, эффект гораздо сильнее, чем если это делают мужчины. Кстати, ко всему прочему, человек еще и за счет этого становится моложе. И на вдохе пара, после этого про себя ме, и на выдохе отдыхаем. Делать это долго не нужно. Качаемся, ощущаем, как у нас кружится голова, и нам приятно. А теперь давайте закончим сегодняшний, наверное, вебинар ответом на вопросы.
И после этого, когда я закончу вебинар, мы здесь продолжим еще, хорошо? Поэтому не будем уходить, у нас будет второй цикл, это обретение параспособностей, и мы будем сегодня еще работать с параспособностями. Я включу шумы сегодня, ясновидение, параспособности и так далее, хорошо? И мы попробуем с этим работать, я попробую сегодня поработать с элементами вашей концентрации и расконцентрации. Договорились, да? Никто не против? Нет. Или вы только за здоровьем приехали? Надежда, ученица Казахстана. Вы представляете, что пишет человек? У нас вспышка сибирской язвы. Как защититься? В Казахстане вспышка сибирской язвы. Ого! Вспышка сибирской язвы лечится при помощи... Нужно взять гранат самый настоящий и после этого отжать от него сок и все, что получится вместе со шкурками, высушить в порошок, перемолоть и каждый день выпивать, заваривать 1 столовую ложку на стакан воды. Если пить 2 раза в день 2 стакана, то сибирская язва вылечивается в любой форме. А курс? Ну, 2 месяца. Отдавливается сок. И после этого сок из граната отдавливается, перетирается, высушивается, и вот этот порошок заваривается. 1 столовая ложка на стакан воды. Пьется 2 стакана в день. Великолепно вообще. Помогает как раз вот от заболеваний сибирской язвы. Сок и косточки, вот весь грейпфрут, весь гранат, он выдавливается вот на соковыжималке, все, что в нем остается, все высушивается и кушается вместе с косточками. Это все перемалывается там на кофемолке, на блинах этих, как они называются. И после этого именно вот так употребляется. Великолепное средство. Кстати, вот таким средством можно лечить и глисты, и заболевания кишечника, дисбактериоз, заболевания толстого кишечника и даже онкологические процессы толстого кишечника. Именно так заваривают. Только если онкология добавляет дубильные вещества в саму жидкость эту, добавляет небольшое количество дубовой коры. И как? Вкусно получается? И как? Вкусно? Да, вкусный, вкусный получается. Чай или кофе? Да. Спасибо. Есть ли способ определить, если у человека приворот, если приворот на мне? Приобрела шум обретения благородности и высокого положения. Как и когда правильно его слушать вечером? Слушая шумы, стало лучше зрение и слух. Восстановится полностью. Если лучше, то есть вариант, что восстановится полностью. Помните, я рассказывал, конечно, это звучит очень дерзко так и не очень понятно. Каждый день я вот так тру руку и после этого прикладываю к глазу. И глаз смотрит мой в руку. То есть делаю так, потер, и вот так глаза открыл и подышал. Вот так каждый день делаю, только нужно так, чтобы рука нагревалась. 1 год делал, на фоне вот такого натирания, приема препарата Бирол и приема Мнемонорм, глаза полностью перестали плохо видеть. Вы представляете? У меня 1 глаз -2, другой -3 был. И после этого еще и астигматизм, ожог сетчатки и еще офтальмологическое. Я снял очки и читаю свободно. Раньше я вечером вот в таких сумерках человека на вытянутую руку не мог увидеть. Пользовался только каналом ясновидения, как летучая мышь, цокал зубами, знаете, и слышал, где там нужно. Ну, наверное, кто плохо видит, поймет, о чем я говорю. Это когда и хочется, и обижаешь на себя, но в упор не видишь. И знаете, оно не улучшалось, а только ухудшалось. Раньше можно было вечером читать, потом когда-то заметил, что вечером уже ничего не вижу. Потом можно было читать в ноутбуке, начали глаза от ноутбука уставать. Потом начал смотреть телевизор. Если свет сверху потушен, вот так устаешь от телевизора, аж падаешь. Включаешь свет сверху, детям мешает. Понимаете? И зрение падает, ухудшается. Потом столкнулся с тем, что вижу только вот так. Или вот так читаю. Или вот так как-то. Вот здесь глаза видят, а здесь нет. Понарастала, и произошла деформация сетчатки, и
В одном месте она шире, в другом уже. Представляете? А это все вызывало периодически головные боли. А мне нужно много читать, я люблю это дело. Представляете? Так час почитал, и после этого, да что это такое? И вот так на фоне вот этих ручек, на фоне ручек, только не тереть ладошку об ладошку, так нельзя. Просто потереть и приложить. А что-нибудь такое, чтобы было электричество. Действительно очень хорошо помогает. Нет, нет, вы ошибаетесь. Как раз ладоши тереть не нужно перед тем, как на глаза ложить. А нужно держать ладошки так, чтобы они друг друга не касались. Почему? Правая ладошка – это плюсик, левый – минусик. И наши глаза такие же. Левый – минусик, правый – плюсик. Если вы приложили вот так глазки или подержали, вот так подержали ручки, и после этого их не терли и приложили к глазикам, то вы таким образом будете лечить. А если вот так ладошкой поводили, которая горячая, и сделали через зубки втягивания, то у вас разглаживается кожа. Она у нас действительно разглаживается на лице. Андрей Андреевич, увеличение благосостояния Шанкара лучше утром слушать или вечером? Не имеет значения, можно слушать и утром, и вечером. Я ученица школы длительное время в бизнесе, результата нет. Еще и у мужа вчера уволили с работы, нам 50 лет. Расскажите, имеет ли смысл мне находиться дальше в этом бизнесе и найдет ли муж новую хорошую работу, опуская руки за себя, за мужа? Не нужно переживать, муж ваш найдет работу, и вы найдете тоже. Андрей Андреевич, здрасте. Помогите выбрать правильные шумы или шумы для мужа. Невралгия трагического нерва с 2000 года. Вот здесь вот у нас над ухом находится мягкая ткань. Вот если ее потрогать, она здесь мягкая. Так, над ухом. Нужно вот так приложить спичечный коробок к уху. Вот так приложить спичечный коробок к уху. И вот сколько будет спичечный коробок, все это обмазать йодом. И делать это ежедневно. Вот или сеточку йодовую в этом месте, или йодом. Или горчичник вот такого размера, как я показал, вот сюда. Видите? Вот сюда. И это убирает проблемы тройничного нерва. Проверим. Не сюда, не сюда. Давайте еще раз покажу. Вот сюда. Видите? Здесь у нас находится специальная точка такая, которую, вот, которую нужно лечить. Вот здесь, вот оно. Вот прямо над ухом вот это место, и нужно сюда и горчичник приложить, и сюда можно чем-то горячим или таким теплым натереть. И вот это убирает вот отсюда. Невралгию тройничного нерва. В чем проблема тех людей, кто лечит тройничный нерв? Они вот здесь мажут, а надо вот здесь, вот это место, вот здесь оно воспаляется. А это уже все следствие, представляете? Также вот сюда можно поставить банку, я не знаю, как это сделать. Здравствуйте, после практики построения ваджарного котла, подергивание на лице и шее. Я делаю что-то не так, может такое быть, быстро пройдет, не переживай. Подскажите, предлагают работу в повышении, стоит ли мне идти? Если предлагают, идите, побаиваюсь, очень зря. После практика ответил, радости вам. Спасибо большое, это класс. Живу в Севастополе, как можно оплачивать ваши препараты ТФ в следующей ступени? Свяжитесь с Софией. Препараты от храпа, ТФ или шумы, очень нужно. У нас есть трангининовые капли, которые нужно закапывать в нос. Вот если закапывать в нос, а уджалу в глаза, человек не храпит. Уджалу в глаза, а трангининовые в нос, и все, перестает храпеть. Также можно на ночь выпивать 1 столовую ложку каолина. Если на ночь пить каолин, храп пропадает за 1 неделю. Кто-то... Скажите, на фоне приема каолина храпеть перестаете? Нет. А я вот перестал, я раньше храпел, когда Соня начала поить каолином, полностью перестал. У нас есть очень интересная пара, девочка где-то 75 килограмм, а мужчина где-то 115. И она начала ему каждый день давать каолин. Она говорит, пей, и он, ой, ну что такое. После этого на протяжении 1 месяца бросил принимать алкоголь, занялся спортом и похудел там на 15 или 20 килограмм. Она говорит, сейчас, когда ему не даю, он приходит, говорит, наболтай мне вот это белое чепухе. И болит, кожа стала лучше, упругость кожи появляется. Вот если вы взрослеете, дряблость кожи, начните пить каолин, кожа становится плотненькой. Вообще, очень хороший.
От храпа трангининовые в нос, а у Джалу в глазах. И Каолина стаканчик на ночь. Еще раз пыталась спросить, почему при приеме сока лайм и грейпфрут кружится голова. Дело в том, что любые кислоты, они снижают у человека давление. Поэтому при низком давлении грейпфрутовые соки и лимонные соки могут еще больше снижать. Понятно? Ничего страшного, выпить и полежать. Если у человека очень кружится голова, это связано с сосудами шеи или ущемлением шейных. Существует очень-очень универсальный метод, который позволяет избавиться от этой проблемы. Также в случае, если у вас проблемы хрящевых тканей, я рекомендую использовать тоже данный завар. Вам необходимо взять створки арахиса и заваривать 1 столовая ложка на 1 стакан воды, пить утром и вечером. Лечит тазобедренные суставы, лечит голеностоп, лечит колени, но самое интересное, голова мгновенно перестает кружиться. Убирает самые застарелые и самые активные в виде это сосудистой дистонии. Как легко оказывается. При психических заболеваниях я очень рекомендую использовать створки арахиса, очень помогает быстро. То есть человек становится ровным, ему как-то становится хорошо. А? Когда орех арахисовый, это то, что растет в земле. Когда его выкапывают, он висит на стебле в белых таких створках. Их эти створки нажимаешь, и там в середине два орешка арахиса обычно. Вот вам арахис сам, как земляной орех, не нужен. Вам нужны вот эти исключительно белые створки. Они имеют такой противный вкус, это просто невероятно. Очень. Да, их нужно заваривать. 1 столовая ложка на стакан воды. Их нужно измельчить и заваривать. Через мясорубку, да. Андрей, скажите, пожалуйста, не зря мама квартиру продает? Не зря, правильно делает. Есть ли способ определить приворот на себе? Здравствуйте, вы с мальформацией альтраренозной, неоперабельной, как-то работаете? Работаю с мальформацией, есть у меня знания, каким образом можно не убрать мальформацию, но сделать так, чтобы она не забивалась, не разрывалась и так далее. Мальформация – это расслоение венозных сосудов, называется мальформация, это сосуды. Пожалуйста. Дальше. Слушаю шумы на привлечение денег. Есть возможность перейти на другую должность, и я не могу никак принять решение. Благословляю. Больше 10 лет, если надежда на встречу с мужчиной, с которым будут серьезные отношения. Проблема женщины в том, что она говорит, я хочу с мужчиной встречаться, чтобы были у нас серьезные отношения, появилась семья, родились дети, купил мне машину, поедем в Италию и так далее. Неправильно. Просто встретить мужчину. Конец. Это должно быть целью. Вот и все. То есть не встретить мужчину для того, чтобы создать семью, для того, чтобы он меня полюбил и родились дети, это все неправильно. Просто встретить мужчину сначала. Сначала это выглядит так, смотрите, сначала по 1 рублю 100 рублей, потом 100 рублей появилось. Точно так же и с мужчинами. Сначала встретилась с 100 мужчинами, но это не значит, что с этими мужчинами при встрече нужно сразу же лечь с ними в постель. Вы просто не понимаете где-то из-за особенностей своего, видимо, проживания там в определенных областях, что встреча – это не постель вообще. Встреча, если после встречи в постель, то вы его не захватите, возможно, а если захватите, он будет страдать. Вы не даете возможность просто этому человеку реализоваться рядом с вами. Встреча – это когда он встретился, и на этом конец. Пускай после этого звонит. Позвонил, говорите, ну давай еще раз встретимся. После этого в кино сходили, у подъезда постояли, на третий день только поцеловались, понимаете? Это очень хорошо, в этом ничего дурного и плохого нет. Также говорите, я на все согласна. Да я не против сама, все отлично. Но ты же понимаешь, я цветочек, а ты застарелый сухарик. Прояви ко мне сердечное, теплое отношение. Разве я не имею права? Разве любимая женщина не имеет права, чтобы к ней проявили теплое отношение? Я должна привыкнуть к чему? К запаху твоему, к храпу, там еще к чему-то. Я не могу сразу вот так. Скажите, я вообще совершенно другая.
Это клеймо, ты его поставила на всех мужчин. Теперь в жизни твоей будут только мужчины ленивые. А я знаю не ленивых. Наоборот, говорю, все мужчины не ленивые, они очень не ленивые, они хотят ухаживать, хотят еще что-то. Когда женщина говорит, мужчина ленивый, это говорит о том, что и мужчина не вдохновляется ей. А чтобы вдохновлялся, нужно делать загадку, понимаете? Или тронутая на всю голову, или непонятная. Женщина загадка должна быть, понимаете? Че ты молчишь, загадка? А мужчина должен отгадать. Вы знаете, шансов загадки выйти замуж гораздо больше, чем полной отгадки. Самое большое счастье мужчины – это жениться на женщине, которая интеллигентная. Самое большое счастье. Хотите выбрать любимую женщину для вашего мальчика, если он у вас есть, то тогда советуйте ему женщину, которая не может быть вульгарной, то есть абсолютно не вульгарной. То есть та, которая не может материться, та, которая не говорит «был и нах», та, которая вот умеет разговаривать, та, которая очень покладит, хорошо разговаривает, возможно, даже без образования, но не позволяет себе матюкаться, вытаращивать глаза и орать. Все будет счастливым. Почему? Если дома спокойствие, то мужчина всегда всего добивается. Понимаете? Если дома ор с вытаращенными глазами, я сказала, как сказала, сиди дома, то его это разрывает, как, я не знаю, там, даже сравнить с чем-то очень сложно. Также вообще женщина своей интеллигентностью кует для мужчины деньги. Андрей Андреевич, подскажите, чем лечить межпозвоночные грыжи? 1,06? Ого! 1,4? Ого! Я тоже, пишет человек. Андрей Андреевич, на прошлом вебинаре вы говорили, что практикующие единоборство в конечном итоге болеют онкозаболеванием. Я занимаюсь винчун. Я тоже занимался винчун. Скажите, это действительно может навредить мне или я вас неправильно понял? Вы меня неправильно поняли. Я сказал, что бесконечное накопление энергии в человеческом теле без ее циркуляции может привести в дальнейшем к появлению заболевания и онкологических процессов. А сам спорт винчун, конечно, мне тоже очень нравится. Я ученица третьей ступени. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне искать работу за границей или лучше пока оставаться в Киеве? В Киеве оставаться. Я ученица второй ступени. Можно убирать проблемы на свече и при этом слушать Шанкару? Нет. Андрей Андреевич, что у меня такое? Нет сил, выхожу на улицу и понимаю, что трудно даже идти, как бы вроде назад меня тянет. Теряю зрение, смотрю на человека, и как в тумане поставили глисты в кишечке, желчном. Сдайте на сахар, скорее всего, это у вас высокая глюкоза, и, скорее всего, так проявляется сахарный диабет. Или это может быть автоиммунный тиреоидит, токсический причем. Работаю массажисткой, посоветуй, пожалуйста, какой слушать на привлечение клиентов. У нас есть хороший шум, называется «Привлечение клиентов». Расскажите, микроспория на лице больше года не проходит, чем вылечить? Смешать оливковое масло с лимонным соком. Каждый день 2 раза лицо мыть, и микроспория исчезнет. Андрей Андреевич, у меня цель пройти все 7 ступеней, в дальнейшем попасть на морские курсы. Вся надежда на мой нынешний бизнес. Я хочу вам сказать, ждите момента. В сентябре мы запустим нашу общественную организацию. Я вам просто обещаю, вы обогатитесь. Вот все, кто здесь находится, сосредоточьтесь на этом, слушайте, что я буду говорить. Вот я буду дирижировать, вы делаете, вы все станете очень богаты. Я вам говорю это серьезно. Поверьте, я в своей жизни никогда, никогда не нарушаю заповеди и чувствую деньги, как та лиса кролика, знаете. Держу, да, и это дает возможность мне не совершать ошибки. Когда я открывал тибетскую формулу, я делал так. Сейчас, когда вот это я делаю так. Представляете, потому что я их ощущаю. Давайте у Игоря спросим, он тоже давно бизнесом. Игорь, вот есть такое, вот знаешь, что едет твой товар, и сейчас вот такое будет. Представляете, вот это со временем появляется, когда вот сейчас еще и товара нет, еще и вот после этого его получаешь, ни одного покупателя нет, никого, ты уже чувствуешь вот это, сейчас как дашь вот так вот. И вот это как раз то, что я чувствую вот с этой общественной организацией. Это будет невероятно просто. То есть там есть весь потенциал, вот она сыграет очень ярко.
Во-первых, много лет подготовительного этого всего проводилось, знаете, много людей уже готовы, и стоит только запустить. Первые будут снимать нереально, а вы же будете первыми, вы понимаете? Это азартно? Конечно, азартно. Это даст возможность нам очень расшириться. Естественно, это в очередной раз игра в очень крупный бизнес, придется снова брать охранников и так далее. Ну, естественно, после открытия общественной организации за 2-3 месяца перееду в такую страну, где никто не будет знать, где я нахожусь. И буду проводить вебинары там рядом с пальмами, все будет хлопать в ладоши и так далее. Естественно, буду принимать в скайпе, как и раньше и так далее. Но это необходимо первое время сделать, пока будет вот такой резонанс. Это будет там 1,5-2 года длиться, у нас будет нереальный резонанс. Он будет огромный, массированный, в это вложится не просто на идею, представляете? То есть это будет очень ярко, очень активно и очень взрывоопасно. То есть будут, я буду приезжать на морские курсы. Но если я сейчас приезжаю сам, то буду приезжать и будет вот так стоять. Ну что делать? Кому легко, да? Да пусть стоит, будет тоже дышать. У меня вся охрана и раньше, и по прошествии все стали учениками школы. И сейчас вот, ну Андрей Андреевич, давай. Магия затягивает, знаете. Дело в том, что все начиналось с магии всегда. Самые древние книги – это Упанишады, написанные за 200-300 лет до Рождества Христова вообще. До Рождества, до рождения. Вы представляете? И там в этих книгах указано, как человек силой мысли может лечить других людей, как он может накапливать, каким образом он может этим всем управлять, что это такое. Народ с испокон века это использует. Просто, знаете, навязав какую-то определенную религию, человека просто ставят вот в стойло и говорят, вот тебе стойло, вот тебе корм, вот тебе пенсия, вот тебе жуй и не брыкайся, понятно? А будешь брыкаться, тебе электрошокером ударим и так далее. Ну, я просто знаю, насколько это ярко сработает сама общественная деятельность и сама общественная организация. К этому готовы. Есть группа юристов, есть группа социологов, есть группа людей, которые занимаются интернет-бизнесом. Есть все для этот проект. Сейчас последние штрихи документальные, потому что самое важное – это юридический аспект этого всего. Он должен быть правильным. Поэтому несколько, ну практически 1,5 года группа юристов это вычитывает, переписывает, задает вопросы, ездит, общается с разными юристами разных стран для того, чтобы сделать так, чтобы в дальнейшем никто эту лодку не утопил. А очень-очень важный момент как раз связанный с самым началом и вот этими документами. Нельзя допускать, пока это все полностью не подготовлено правильно. И возникают вопросы. То есть это, можно сказать, как бы в мысленном или там в каком-то дежурном режиме это запускается, и возникают сразу вопросы. Ну, а все остальное, как принимать, как отдавать, как транспортировать, логистика и все остальное, это уже все понятно, это не так сложно. Самое начало – это вот регистрация этих точек в разных странах, чем мы сейчас занимаемся. Это регистрация тех людей, которые у нас в общественной организации должны присутствовать. Со следующего года я собираюсь запустить гомеопатическую фабрику, которая будет выпускать вместо БАДов уже настоящие фармпрепараты. Также есть разработка около 100 технологических процессов, которые можно запускать с завтрашнего дня и очень конкурировать с этими процессами на рынке. Представляете, почему? Кто сейчас вложит в науку, а она сейчас, несмотря ни на что, растет просто невероятными темпами во всем. Наука в интернете, наука, ну где угодно, чтобы это не было гоп-стоп. Можно выращивать детей, которые будут в науке и после этого добьются невероятных результатов. Понимаете? Есть ли различие между интеллектом и умом? Есть. Различие между интеллектом и умом имеется. Дело в том, что ум это мнемоника, а интеллект – это элемент гиперзапоминания. Так уж устроено, что я знаю таких людей, которые знают целиком всю абсолютно Библию, весь абсолютно Евангелие наизусть, на память.
Представляете? То есть ему можно сказать, страница 32 открываешь, и он говорит, что там написано. Они это вылечили, выучили полностью. То есть с самого детства учили. Но когда начинаешь разговаривать с этим человеком, сталкиваешься с тем, что его интеллект не развит. То есть начинаешь говорить, что ты можешь сказать по поводу там, химических процессов водорода. Он говорит, аллилуйя, Господь, там, в заповеди номер 37. Понимаете, то есть он может говорить только сугубо в том формате, который у него есть. Представляете, то есть интеллект с умом, вероятно, не дружит. Интеллект у человека – это передняя часть лобных долей, а ум человека – это верхняя часть коры больших полушарий. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у мальчика 13 лет ставит О. Вы это лечите? Да. Можете написать мне, я вам отвечу. Можете ли, может стоить открыть магазин с вашими товарами? Сразу же стоит вопрос, как мы в общественной организации потом в дальнейшем будем продавать товары? Мы позакрываем все магазины. Без конформу, там, бла-бла-бла. То есть эти магазины в дальнейшем, возможно, перейдут в статус просто закрытых магазинов. То есть те люди, которые это продают, вот вы сможете этим пользоваться. Обыкновенные улицы, обыкновенные люди с улицы не смогут. То есть вы их находите, регистрируете, вы получаете. Вот так свободно нельзя будет найти этого всего. Можно будет свободно найти первую ступень, вы ее возьмете, повыкладываете в Ютубе, будете ее отправлять знакомым, после этого будете этих людей искать, звонить им, писать, ну как тебе понравилось, давай дальше продолжать, хочешь полечиться, хочешь там эзотерики, хочешь там красоты, хочешь еще чего-то, хочешь я тебе научу, хочешь магазин откроем, хочешь салон откроем, но все через вас. Понятно? Вот так свободно купить нельзя будет. Вы, наверное, заметили, что вы, ну вот кто больше 3 лет, я не развиваю это активным образом, не вкладываю особо в это деньги. Почему? Ну потому что все идет к тому, чтобы делать это потом в виде общественной. Почему общественная деятельность? Дело в том, что пирамиды прогорают, потому что у них нет социальной цели. А у нас есть одна философия и определенная социальная цель. Понимаете? Сделать свой персональный город, потом построить свое государство и после этого плевать все на всех со своей высоты. Представляете, Россия не выпускает никого никуда, да, не выпускает. Мы после этого сделали общественную организацию, придали ей статус государства, и после этого вы можете приехать, и вам всегда будут там рады. Вы можете жить там, получать свои деньги, работать, как вы работаете, открывать что угодно там и так далее. Не платить при этом налоги, там, ну, и заниматься, просто жить, вот как вы живете. Почему? Ну, оказывается, вот такие системы уже разработаны. Это Сингапур, это Международные Арабские Эмираты, это Ливан, который сейчас почему-то разбомбили, а это не Ливан, а Ливия, да? Где был Каддафи? Ливия, да, вот Ливия. Там то же самое было. Просто были системы, которые могли изменить у них социальный устрой, принципиально изменяя социологический статус. А у нас есть философия, то есть мы ее дальше будем развивать. Это философия вот такого недеяния, философия Адвайты, философия вот такого развития. Есть мной расписанные программы, вы представляете, очень много работы провел как раз для изучения вот самого процесса, которая называется социология и социология. То есть я в этом разбирался. Ну, естественно, модели эти, они будут очень интересны. И сейчас, спустя годы, это становится возможным, как никогда. Представляете? Ну что, ура, товарищи. Ну что, Андрей Андреевич, выполняя практики, стал появляться жар в области груди, особенно когда хорошее настроение. Это хорошо. Да, кажется, сейчас загорюсь. Супер, это очень хорошая энергия. Очень хотим сотрудничать с Северный Кавказ, как подготовиться. Никак не подготовиться, просто ждите. Нечего готовиться даже. Здравствуйте, Андрей Андреевич, прошла 3-ю ступень, отработала все, основные практики месяц. Скажите, какой нужен перерыв перед 4-й ступенью? Между 3-й и 4-й ступенью лучше, чтобы прошел не месяц, а пару месяцев, 3-4 месяца, вот так. 3-я и 4-я ступени, они очень разные. Можно проходить. Хотя можно проходить 1-ю и сразу же 2-ю, после этого 3-ю и сразу же 4-ю, после этого 5-ю и сразу же 6-ю, но 7-ю тогда нужно проходить спустя год. Потому что иначе вот такая кашка-малашка.
Дело в том, что когда человек изучает мои ступени, он сталкивается с невероятным, огромным, глобальным количеством информации. Для чего так делается? Это дает возможность человеку выбрать то, что ему подходит больше, чем все остальное. Невозможно делать все сразу. Но когда начинал что-то, месяц прошел, у тебя есть результаты, можно это продолжать делать. При этом поделали год, можно это после этого оставить все и посмотреть, насколько изменилась жизнь, и можно ли теперь не практиковать эзотерические практики. Это же, понимаете, таблетки. Мы их попринимали, нам лучше. Зачем таблетки пить дальше? А если у вас закончилась ступень, вы закончили, у вас 3-4 месяца хорошо, вы практики перестали делать, у вас снова все уплыло. Это говорит о том, что нужно возвращаться к первой ступени, к философии. Возможно, снова пройти ступень, вторую ступень. Вот так. Сейчас ступени будут изменены. Подскажите, чем лечить межпозвоночные грыжи? У нас есть препарат вертебралис. София, не могу найти шум от большого живота. Он уже есть. Тасявор минутен. Створки от орехов, как долго принимать? Створки от орехов нужно принимать хотя бы 10-дневным курсом. Вообще помогает с первого приема. У меня есть женщина такая, которую отвезли в реанимацию, и у нее такая вегетосудистая дистония была, что в левой коре, ну, грубо, работа сосуда в правой стороне отставала от работы сосудов в левой стороне где-то на 70%. То есть у нее там было в правой стороне такое прединфарктное состояние уже, потому что крови не было. И было очень много крови в левой стороне, и там было невероятное давление. И у нее это вызвало сильнейшее головокружение, и она прямо выходя из машины или сидя в машине, потеряла сознание. Дворник начал стучаться, помог, там как-то с кем-то созвонились, ее отправили. Она моя подруга. Она позвонила, сказала несколько слов, Дуйко, умираю, нужно мне срочно помочь. Я к ней приехал, говорю, что голова кружится, капец. Сначала думал инсульт, поставили вегетосудистую дистонию. 4 стакана за 3 дня приняла и начала бегать по всей палате. Утренние часы. А? Нет, вот то, что остается там в виде мусора этого, его высыпать, его съедать. Лучше в утреннее время. Утреннее, да. Нет, 2 раза в день. Если очень кружится голова, то 2 раза в день пьется. Если голова не очень кружится, то 1 раз. Ну и детям, которые очень нервные. Для того, чтобы убрать вегетосудистую дистонию, они все ею болеют на фоне активного роста. Нужно давать вот такие створки ореха. Еще знаете, что есть? Есть камыш, и там у камыша есть листья. Вот можно эти листья камыша сушить и давать их тоже. Они для наших детей просто как невероятно успокоительные. Они становятся спокойны, это абсолютно безопасно. Кстати, листвой камыша лечат еще и туберкулез. Слышали об этом? Как заваривать? Напополам. У кого-то недержание мочи, могу дать совет. Совет от недержания мочи звучит так. Каждый день нужно съедать не менее 7 горошков горчицы. Да, разжевывать, глотать не нужно. Также в течение дня необходимо принимать заваренный чай из зверобоя напополам с 1000 листьев. 1 столовая ложка смеси на стакан воды. Вот если начать пить, то после этого у человека исчезает недержание мочи. Это такая большая радость для многих женщин, даже не представляю. Андрей Андреевич, подскажите, стало купаться каждое утро на виноградаре, стали трескаться пятки. Когда пятки трескаются, это говорит о том, что появляется на голове перхоть, после этого трескаются пятки. С чем это связано? Это связано с отсутствием микроэлемента, который называется селен. Растрескиваются пятки, это селена не хватает, представляете? И перхоть. Вы знаете, чем помогает Head and Shoulders? Он помогает тем, что в его составе находится наноаквахилат оксида, не оксида, а цитрата селена. Вы просто моете не Head and Shoulders, а мылом с селеном, представляете? А селен – это то, что лечит заболевания суставов, щитовидной железы, а перхоть – это нехватка селена. Ногти ломаются, нехватка селена, пятки трескаются, нехватка селена. Есть мыло селеновое, есть таблетки цинк-селен. В нашей компании есть селен в виде препарат, вообще можно купить и пить.
Даже вот на пятки можно этот селен прикладывать. Почему у нее после купания начали растрескиваться? Она думает, что после купания на самом деле это после загорания. Когда человек загорает, то щитовидная железа более активно начинает работать, и ей не хватает и йода, и не хватает селена. И получается, за счет этого начинается обострение. Сразу же появляется перхоть и так далее. Нет ничего лучше, чем полечить перхоть просто препаратом селен или йод-селен. И все. Очень легко. Андрей Андреевич, как у вас там здорово? Я хочу приехать из Челябинска в Краснодар у дочки астма. Переедем ли? Ну, не будьте. Андрей Андреевич, какой шум при тахикардии и мерцательной аритмии? У нас там есть шум, который лечит сердце. Также могу вам дать совет, как полечить мерцательную аритмию и тахикардию в домашних условиях. Я этих рецептов знаю много. Один, наверное, из таких простых самых – это заваривать помидоры. Берутся обыкновенные спелые помидоры, плоды, режутся кусочками маленькими, заваривается одним стаканом горячей воды. Пьется в течение дня, исчезает мерцательная аритмия. Также очень хорошо помогает, если заваривать даже не помидор, а листочек от помидора. Если заваривать листочек от помидора, то лечит и мерцательную аритмию, лечит еще заболевания некоторой формы, дисфункции поджелудочной железы, когда во время того, когда человек разговаривает, есть очень сильный запах гниения изо рта. Вот эти заваренные листочки помидора мгновенно убирают вот такой запах. Если давать человеку, сразу же вылечивается. А вообще сердце и аритмию сердечную очень хорошо лечить посленом, есть такое растение. Берутся 1 столовая ложка этих ягод и после этого применяется. Кстати, я уверен, что те люди, которые сейчас начнут выращивать послен и продавать его как ягоду, могут очень существенно добиться. Вот очень раз были в Виннице ребята, которые говорят, чем же нам заниматься? Я говорю, что это у тебя во дворе растет? Он говорит, белая шелковица. Я говорю, бери эту шелковицу, режь эти листочки, суши их и продавай как чай. Заработали уже себе на Мерседесе. Понимаете? А у нас очень много есть всего. Смотрите, сушеная вишня в виде чая лечит заболевания крови. Сушеная малина, сушеные листья малины, сушеные листья крапивы, сушеные листья смородины лечат в смеси заболевания сахарный диабет в виде чая. Веточки вишни лечат глисты, аскариды. Кора ивы лечит заболевания простатит. То есть у нас дома так много всего. Его расставляете. Можно идти и просто вот так травку косить, она вся нужна. Клевер уникальное растение. У нас вот так мы идем, когда я своей жене рассказываю, смотри, это астрагал. Вы там мимо него проходите и даже не знаете, что вы вдоль астрагала идете. А там вот, когда переходишь на ту сторону и по горам спускаешься, слева и с правой стороны растет одно из самых дорогих растений, которое называется диаскория крымская. Корень 100 граммов диаскории $50 стоит, представляете? Я когда буду езжать, оно доцветет, пойду накопаю ведро, там его ведро растет. Представляете, уже как надо ее откопать. Там вообще, главное в этом разбираться, это несложно вообще. А клевер – заболевание крови, когда низкий гемоглобин, лечение 12-перстного кишечника, болезненные менструационные боли, вообще боль при менструации. А здесь все растет. Вот так если спускаться, с правой стороны растет каперс. Каперс или растение каперс, и листья каперса лечит носоглотку, у человека исчезает ангина. С левой стороны растут такие желтые шишечки, это настоящий стелющийся бессмертный полевой. Стелющийся гораздо лучше. Вот здесь вот кусты розмарина, видели, да? Кусты розмарина. Заваренный розмарин лечит все заболевания туберкулеза, инфекции. А там вот в сеточках стоит чабрец. Если заваривать и спринцеваться чабрецом, то лечит самые запущенные стадии хламидиоза. А также если спринцевать в ухо холодным раствором чабреца, то лечит заболевания клеща в ушах. Завтра все поскашивает. А там вот Сурая собирала колючки, видели? Можно я расскажу? Сурая собирала на мосту колючки, а это она собирала настоящий трибулус, представляете, баранцы. А трибулус это фактически увеличивает мышечную массу, мышечные ткани
Тоже очень дорогое растение. Растет в Крыму, как грязь. Везде куча. Мужской прогормон, вы правильно говорите. И женский прогормон тоже. Женщинам принимать можно. Женщинам принимать можно, так как он является мужским прогормоном, для женщины является тоже женским прогормоном. Так как у мужчины выделяется тестостерон, на фоне принятия трибулуса выделяется у женщины эстрадиол и прогестерон. Вообще, здесь вот походить или поездить, здесь очень много. Мы когда-то со Светой попали в горы, зашли в эти горы, идем, а там вот такие большие четырехлистные цветочки. Я иду и не могу поверить, что это вижу. И я говорю человеку, ничего себе, как этого много. Я говорю, Света, ты знаешь, что мы видим перед тобой? Она, увеличенную в 500 раз лапчатку крымскую. А лапчатка – дорогое растение, представляете? А она там не просто была, как лапчаточка, вот эти пятипалы, да? Она там была прямо вот такие листья, вот такие листья, вот такие цветы, представляете? Или это настоящая, настоящая лапчатка, причем такая бедная. От мамы. Желание было упорство. А также я хочу вам сказать, большинство заболеваний лечится только тем, что человек ставит ежедневные цели. Вот вы сейчас сделаете для себя невероятную услугу. Вы здесь во время этого морского курса научитесь ставить каждый день микропрограмму или вот такое намерение, которое целиком изменит вашу жизнь. Если вы будете это делать, то вам будет просто некогда болеть. Знаете, что на войне люди не болеют гриппом и ангиной? Вопрос, почему? Потому что каждый день есть микроцель выжить. Поняли, да? Выжить или победить, или выжить, или еще что делать. Поэтому там ничем не болеют. Естественно, у нас, когда микроцели исчезают, то у нас появляется заболевание для того, чтобы мы ради них начали жить. Поэтому ставьте каждый день задачу такую, сегодняшний день я посвящаю тому-то, тому-то. Это будет микроцелью, которая у вас в дальнейшем заберет ваши болячки. Можно ли вылечить эндометриоз? Можно. Юра Голдман, здрасте. Если утром идет отхаркивание, вы говорили как-то, что это грыжи пищевода, чем лечить? Пишите мне ВКонтакте, я вам обязательно отвечу. На сегодня у нас вебинар заканчивается, а мы переходим к развитию паранормальных способностей. Ура! Все, я выключаюсь.